Аркаш, ты запомнил, что скажешь отцу? Утром в банке, потом контрагентом. Очень просила не звонить. Прирожденный конспиратор, пока. Миню за меня поцелуй. Простите, что опоздала? Здравствуйте. Здравствуйте. У нас все в сборе? Да. Хорошо, сегодня мы с вами совершим увлекательное путешествие по пушкинским местам Ленинградской области. И проведу его я, ваш гид, Аврора Синицына. Аврора? Как крейсер? Нет, как богиня зари. Ну что, поехали? Да. Поехали. И, конечно, наш фирменный стиль – это наличие антикварных вещей в интерьерах. Сеть мини-отелей «Добрый сфинкс» подарит вам уникальную возможность погрузиться в подлинную историю, не лишая современного комфорта. Ну вот такое вот. Как тебе? Ролик переснять. Слушай, я уже четвертую актрису меняю. Я вообще не понимаю, кто тебе может понравиться? Ну ладно, ладно. Значит, говоришь, вип-трип хочет особняк на Гагаринской отжать? Да. Может, продадим? Ну, хоть долги покроем. Да ты что, Иван? Ты что, нельзя этого делать? Это же наш лучший отель. С него наш бизнес начался, а если продадим, на нем и закончится. Это как талисман. Ну, да тише, ты что, ладно, Иван? Я все понял. Может быть, ты и прав. Но с деньгами тоже надо что-то делать. На грани балансируем. Да с деньгами я разберусь. Не в первый раз. У меня есть, между прочим, неплохая идея. И коллектив у нас с пониманием. Кстати, о коллективе. Я вчера был в Павловске. Панику устроили за трещину на потолке. Да бог с ней, с трещиной. Это еще полбеды. Там другая засада. Вместо хрустального канделябра, ну, того, что в холле, настоящего, шрейберского. Ну? Знаешь, что висит? Новодел. Да ладно? Да. Я даже не сразу внимания обратил. Проверили точно. Стекляшка. И главное, что никто ни слухом, ни духом. Даже не заметили, как подменили. Ну что, я завхоза уволил, а толку-то? Это я о нашем коллективе, с пониманием. Ладно, не бери себе в голову, я с этим разберусь. Слушай, Иван, а как у Авроры с Виктором? Да никак. Все оскорбленную добродетель из себя корчит. Ущемили якобы его права мужа и отца. Слава богу, избавились. Что ты завелся? Извини, что спросил. Ничего. Меня другое интересует. Что Авроре подарить? День рождения на носу. Я тут этот путеводитель присмотрел. 18 век, гравюры. Ей может это понравиться или как? Слушай, не сбивай ты ее с толку. Достаточно того, что она 6 лет никому не нужную специальность получала. Аркадий, где Аврора? Не вернулась? Понял. По делам мотается. То в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком. Представьте, около 30 тысяч верст в общей сложности проехал Пушкин по дорогам России. 2,5 кругосветных путешествий. И как? Асфальта не было, сплошные колдобины. Как? Господи, никто не ушибся? Это заяц! Между прочим, именно такой вот косарь, перебежавший дорогу, спас когда-то Пушкина от ареста. Я знаю, Пушкин хотел ехать на восстание декабристов и не поехал, потому что плохая примета. Да, молодец. Где? Ладно, едем. Стало быть, заяц не к добру. Витенька, господи, ну что ж ты без звонка? Здравствуйте, Софья Викентьевна. Я к Маше. Хочу забрать на пару часов. Ура! Папа приехал! Привет, родная.
Манечка, беги за стол. Ты не доела. Ну, беги. Бабуля. Беги, беги, беги. Ну так что? Ты в субботу должен был приехать. Машенька тебя целый день ждала. Да не смог, на работе оврал, зато теперь свободен. Ну так что, заберу? Соскучился. Витя, понимаешь, Иван Петрович, ну он категорически против того, чтобы Машеньку дергали в любое время. Он считает, что должен быть четкий график. Что значит график? Я законный отец, и родительских прав меня никто не лишал. Я тебя понимаю, но и ты меня пойми. Я не могу отдать тебе сейчас Манечку, но будет скандал. А вот это ты правильно делаешь. Вдруг Аврора договорится с отцом. Телефон мне доступ. Ну все, я побежал. Твой отец меня убьет. Я сегодня в офисе еще не появлялся. Не убьет. Ты сегодня убежал, даже не позавтракал. Ты у меня, между прочим, растущий организм. И кормит тебя не кто-нибудь, а законная жена. Ну да, потому что эта законная жена сама отправила своего законного мужа отвезти свою сестрицу, обманщицу школьников развлекать, которую папа наверняка уж собаками ищет. Попадусь я когда-нибудь на пособничество? Не попадешься. Ты у меня гений. Я понимаю, круиз на лайнере, но банальная экскурсия по области. Я тебе уже 100 раз объясняла. Для Авроры это отдушина. Она не может бросить любимую работу. Вот и берется за разовые заказы. Ну да. А наивный Иван Петрович тем временем считает свою старшую дочь опорой и надеждой семейного бизнеса. Это он сам так решил. Конечно, Аврора не может его разочаровать. Папу она боится разочаровать. А мужа не испугалась? Аркаш, ну не будь таким злым. У папы очень сложный характер. У Виктора тоже не сахар. Совершенно не выносит, когда на него давят. Угу. Аврора не может бросить отца, потому что она нужна ему. Понимаешь? Понимаю, что тебе очень повезло с мужем. Это точно. Ну все, я горю, пока. Гексель-моксель. Вот и не поверили зайцу. Ну что там? За поломка. Радиатор потек. Придется звонить на базу, чтобы второй автобус высылали. Понятно. Ребятки, внимание! У нас опять с вами небольшой экстрим. Наш автобус сломался. Да. И пока мы ждем другой автобус, я приглашаю вас на экскурсию в старинное село Нелидино. В исторической литературе эта усадьба упоминается мало, но давайте мы с вами пофантазируем. Возможно, именно здесь, за этими стенами, происходили важные трагические или даже таинственные события. А может быть, здесь бывал и сам Александр Сергеевич Пушкин? А кто тут жил? Во время постройки владельцами были графы Нелидово. Очень разветвленная семья. Подробнее я, к сожалению, не знаю, но если вы заинтересовались, вы можете подойти и посмотреть поближе. Неужели тебе самому не страшно? Алексис, мальчик мой. Мама, вы и папа дали мне слово, что одобряете мой выбор, каков бы он ни был, лишь бы невеста была нашего круга. Да ты только послушай. Послушай, что пишет твоя кузина. Матушка этой Авроры, баронесса Гернваль, вышла замуж против воли семьи. За иноверца без состояния. Нищего. Даром, что барона. Отец проклял ее, когда она уже носила дитя. Потом, когда родилась вторая дочь, Эмилия, простил. Но проклятие на первенце Авроре так и осталось. Мама, я прошу избавить меня от пересказов досужих сплетен. Я люблю ее. Да услышь же ты, несносное дитя. Ее красота сеет несчастье. Отец Авроры умер в день ее совершеннолетия. А первый жених, Мишель Басаргин, скоропостижно скончался накануне венчания. Граф никогда не отличался здоровьем, а Басаргин простудился на мальчишнике. Ты наш единственный сын. Если с тобой что-то случится, я... Матушка, я уверяю вас, я буду счастлив, если вы дадите ваше благословение. А нет... Я все равно женюсь.
Лидочка, у меня к вам одно дело. Можно так сказать, конфиденциальное. Кстати, Сидорчук вернулся? Нет, он еще в отпуске. Очень хорошо. Значит, обойдемся без службы безопасности. А что случилось? Да ничего, собственно говоря, не случилось. Просто хотелось попросить, чтобы вы мне помогли организовать внеплановую проверку антиквариата в наших мини-отелях. На предмет? На предмет подлинности. А, хорошо. Солнышко, еще одно. У меня к вам просьба. Не говорите, пожалуйста, об этом Синицыну. Я не хочу своего партнера беспокоить раньше времени. Вы же знаете, Иван вспыльчивый, может дров наломать. С чего начать? Составим сначала списки. Вы, кстати, выглядите Лида, фантастически. Спасибо. Да? У меня опять интернет зависает. Сделайте так, чтобы к утру все работало. Хорошо, Иван Петрович, я сейчас поговорю с айтишниками. Договорились. Что? Решил за нашей Лидочкой приударить? Вижу знакомые приемчики. Да бог с тобой. Куда мне уже? Да кто тебя знает. Да, кстати, Илюш, в субботу ждем тебя на обед с ночевкой. Соня твоих любимых пельменей налепит. Ну, если налепит, конечно, приеду. Аврора? Нет, всего лишь твой родной муж. Муа. Прости, я просто очень нервничаю. Ну что там, Аврора все еще мучает своих экскурсантов? Тише, папа дома. Маша уже 100 раз спрашивала. А что случилось? Мне автобус сломался, теперь на трубку не берет. Не знаю, что делать. Так, может, стоит предупредить Софью Викентьевну? Я не знаю. Алло? Привет! Ты где? В Нелидино. Все еще в этом Нелидино, с ума сошла. Минечка, у меня телефон разрядился, я с чужого. Слушай, тут полная засада. Сменный автобус в пробках застрял и не приехал. Ребят, учительница, я на электричке отправила, а сама стою тут как дура около этого автобуса. Шофер в райцентр поехал за какими-то деталями. И не вернулся. Да, и мобильный телефон свой оставил. Вот я понимаю, говорю, да. Как Машка там? Нормально. Давай я папе скажу, он машину пришлет. Да плюнь ты на этот автобус. Ты что? Как я ему потом объясню? Слушай, придумай что-нибудь, а? Меня тут местные жители обещают в частную гостиницу устроить. Со всеми удобствами, 5 звезд. Да, все. До завтра, целую. Я тут вашему водителю адресок записал. Приедет, увидит, где вас искать. Угу. Ну что, молодежь, готовы? Миня, а где Аврора? Миня, что молчишь? Пап, слушай, такая история. Просто дело в том, что Аврора к подруге поехала. Зачем? Утешать. Просто она влюбилась. Кто, Аврора? Нет, подруга. Ладно, мы с ней потом разберемся. Давайте, пошли ужинать. Мама уже все приготовила, мы вас ждем. Аврора и Минерва. Заря и мудрость. Все мимо. Отцу следовало вас по-другому назвать. Вы же натуральные богини обмана. Пойдем. Пойдем. Ну вот, как и обещал, апартаменты. Держите ключи, сами справитесь, а то тороплюсь. Да, конечно. Вот как договаривались. Ага, спасибочки. Это у вас что, поселковая гостиница? Ну да, коттедж, можно сказать. Старуха тут одна жила, бабьяга местная. Вот 3 дня как померла, а я вроде как за домом присматриваю, ближайший сосед. Да вы не пугайтесь, она не здесь, она в больнице померла. Все чин-чином. Я бы вас, конечно, к себе пригласил, но у меня 7 по лавкам положить негде. Так что, извините, побежал. Спасибо! Господи, как вы меня напугали! Вы кто? Я из города. Меня в
пустил сюда ваш сосед Борис Васильевич, кажется. Сказал, что я переночевать могу. Это Петренко, что ли? Фермер? А жук, а оно не упустит, чтоб не подзаработать, а? Простите, а вы кто? Я Раиса, я наследница. Я дочка хозяйки умершей, царство ей небесное. А почему тогда Борис сказал, что тут никого... Ну, просто я живу в райцентре, я в срочном порядке приехала, чтобы бардак вот этот убрать. А, понятно. Простите, я... Знаешь что, пришла, так уж живи. Вот, приберись, а то ты знаешь... У меня астма. А вдруг какой-нибудь покупатель на дом объявится? А я не могу, тут бардак такой. А я пока спущусь под пол и посмотрю, что там делается, ладно? Привет. Притишь. Спрашивать не надоело? Опять тебя Галка вытурила. Да я сам ушел. Она как орать начинает, я сразу экстренно эвакуируюсь. А еще ключи от машины забыл. Поэтому я безлошадный, бездомный. И голодный в придачу. Да. Сочувствую. Но не нравится ей моя работа. Даже в качестве частного детектива она меня никак воспринимать не может. Я даже подумываю квартиру снять. Вот как у тебя, такую. Да я уж думаю, не купить ли эту хату в вечное пользование, пока продают. А что, все так плохо? Разводиться хотите? Ты знаешь, думаю. Зря ты это, Витя. Подфартило, так пользуйся. Да ты что? Да. Вот ты, Петрунин, сыскарь от Бога. Но ради Галки же свое ремесло не бросаешь. Ну, у меня-то другое. У меня-то призвание, понимаешь? А у меня свое дело. Да, маленькое, но зато самостоятельное. Почему я должен все взять и бросить ради сети «Добрый сфинкс», а? Ну, ладно, ладно, не заводись. Пожевать ты дашь чего? Дам. И налью в придачу. Это хорошо. Да ты ешь, ешь, не стесняйся. Все свое, все из дома привезено. Мамаша-то моя готовить не любила. 40 лет землемерзшей в колхозе отпахала, а потом в колдуньи подалась. Это как? А вот так. Заговорами лечила всякими травами. И так у нее хорошо получалось. У нас тут толпы стояли. Из Питера приезжали даже люди. Я думаю, не иначе, как она действительно с нечистой силой подружилась. Ну, вы скажете. Да. А знаешь, как ее тут звали? Баба-Яга. А, Борис Васильевич мне говорил, я слышала. Ой, а тебя-то как зовут? Ой, на работу подрядила, а как зовут-то тебя я не спросила. Ой. Аврора. Аврора. Вы что, необычно, да? Подожди. Понимаешь, мать от инсульта померла. Я когда в больницу примчалась, она уже не разговаривала. И только бормотала. Ой, одно бормотала. Избавься, избавься, беда будет. Аврора. Я? Да не ты, вот видишь, написано Аврора. Аврора. Вот. Ничего себе. Вы знаете, что это такое? Это старинная шляпная коробка. Боюсь я эту коробку ужасно. Да почему? Почему? Ты знаешь, я думаю, она там какие-то свои... Причиндалы держала колдовские. О, давайте посмотрим. Да ты что, боже упаси, ты что? Ты беду на себя накричишь какую-нибудь. Помоги мне еще раз, а? В смысле? Возьми ты, Христа ради, эту коробку и сожги ты ее где-нибудь, а? Сама-то я не решаюсь, поможешь? Сева, вы не могли бы здесь остановиться? А что, укачало? Нет. А зажигалки у вас не найдется? Так вы же вроде не курите. Не курю. Спасибо. Я сейчас. Накормил ты меня, напоил, спать уложил. И до работы подброшу. Святой ты человек, а машина-то твоя где? Неужто украли? Пошли, в соседнем дворе. Дворов тут у тебя. Понимаешь, в ней как будто уживаются две женщины. Первая пай-девочка, папина дочка, другая оторва полная, готова вляпаться во все, что угодно. Я уже сам ничего не знаю. Да понятно, они все такие. А больше всего раздражает, что она постоянно пляшет под отцовскую дудку. И при этом думает, что она самостоятельна. Дочь родную практически не вижу. Скучаю ужасно. И, по-моему, там нарисовался альтернативный вариант уже. Да ладно. Да? А кто такой?
Да однокурсник Аврорин бывший, зовут Павел. Прямо по профилю семейного бизнеса. Владелец антикварного салона. Папочка, я думаю, в восторге. Слушай, знаешь что? Передумал я. Не вези меня в офис, вези домой. Буду с Галкой мириться. А почему ты дома не ночевала? Я что, обязана тебе? Прости, конечно, не обязана. Просто я переживал. Кстати, мне тут по случаю досталось вольтеровское кресло. Можешь порадовать отца. Может, увидимся. Паш, думаю, что сейчас вряд ли получится. Машка на меня дуется, да и дел много. Да, кстати, у тебя нет эксперта по старинным бумагам? Ну, конечно, есть. У меня в салоне консультирует сам профессор Черкасов из университета. Он эксперт по всему. Кстати, с моей подачи... Его пользует и ваш добрый сфинкс. Спасибо, ты мне очень поможешь. Скажи, ну не прелесть? Не знаю. Сожгла бы и дело с концом. Зачем ты ее домой притащила? Может быть, зря? Ничего не зря! Правильно, Машенька, потому что мама у тебя дипломированный историк. А Раиса — это простая суеверная тетка. Ну, не могу я сжечь предмет старины, понимаешь? Просто физически не способна, тем более бумаги. Да ладно тебе. Просто это история со знахаркой. Ну ты же видишь, что никаких колдовских принадлежностей здесь не наблюдается. Да? А это что? Боже мой, какая прелесть. Женская точно, не фабричная, ручная работа. Музейная вещь. Не нравится мне эта твоя музейная вещь. Почему она черная? Мастер Кукушкин. Знаменитый черный маг. Удивительно. Чувствую, что точно по моей руке. Прекрасно. Не перестань. Ну что еще? Предчувствие. Нельзя чужие перчатки примерять. Меня тебя умоляю. Сначала знахарка, потом перчатка, потом еще что-то выдумаешь. Может, пора уже повзрослеть? Не обижай нашу Минечку. Никто ее не обижает. Ты скажи нашей трепетной тете, что завтра мы с Павлом поедем к профессору-историку. Специально для нее. И рассеем светом науки мистику и дремучую мнительность. Угу. Душенька, душенька, как же я рада! Теперь наверняка вся эта мистическая история вокруг твоего имени завершится. И маменька наконец будет покойна. Она же места себе не находила. Сестра младше меня и замужем, а я... А ты, ты теперь делаешь партию, о которой можно только мечтать! Граф Нелидов, он камергер и любимец государя. Я хочу быть доброй женой графу Алексею. Но воспоминания о смерти Мишеля все еще мучат меня. Сестрица, готовы? Приехали старый граф и графиня с жениховой шкатулкой. Я подслушала. Они отдают вам с Алексеем имени Нелидина. Ты слышала? Это просто дворец. Тише, идут. Прошу сюда. Боже мой. Хороша, право сказать. А мы с супругой к тебе с сюрпризом. Что до шкатулки, так то от графа Алексея. А вот это наш дар. Это бриллиант Нанси. Знаменитый талисман. Граф получил его в 14 году в Париже из рук герцога Берийского. По правде сказать, выиграл в карты. Дитя, носи его, не снимая. Заклинаю тебя. Он сохранит вас от всяческих бед. Я обещаю, сударыня. Спасибо. Ну, что я могу сказать? Бумаги. Есть старые, есть абсолютная макулатура, но в целом ничего исключительного. Ну как, совсем ничего? Впрочем, виноват. Вот любопытно. На французском, за подписью. Вау! Эмилии Русиной. А кто это? Была такая светская дама в 19 веке. Малоизвестная, но держала салон и со многими знаменитостями была знакома. Вот если в письме есть упоминание о ком-нибудь, то его можно продать за очень приличные деньги.
А вот перчатка. Того же времени. Но, к сожалению, не парная. А где вы взяли эту коробку? Вы не поверите, в Нелидино, у совершенно простой женщины. Нелидино? Я никогда там не был. Там есть очень красивая усадьба. Сейчас, правда, все в плачевном состоянии, но... Может быть, письмо оттуда? Знаете, давайте не будем гадать, а вы мне оставьте это на экспертизу. Я спокойно все это пересмотрю и письмо переведу заодно. Может, я что-нибудь упустил? Знаете, я обязательно вам ее принесу в следующий раз, но сегодня заберу. Вы хотите показать еще кому-нибудь? Да нет, что вы. Просто не наигралась. Хочу еще почитать, покопаться. Понимаю. Любовь к истории – это... Ну что ж, буду ждать. Спасибо большое за помощь. Когда мы увидимся? Пока не знаю. Пока. Привет. Привет. Опять не зоны? Забыла включить. Просто мы... У меня была консультация у специалиста. Я заметил. Ладно, Маша где? Никого нет, домработница не в курсе. Прости, пожалуйста, забыла. Вылетела из головы. Маша где? Мы договаривались. Наверное, с бабушкой уехала в музей. Какой к черту музей? Ты сама сказала вчера. В 11. Я разгреб все свои дела. Мне что, в полицию обращаться? Я же сказала, виновата. Обещаю завтра. А нет, завтра у Машеньки музыка. Послезавтра. Послезавтра с Машей проведешь целый день. Все. Стоять. Во сколько? Да хоть с утра. Вот отец в офис уедет, и я ее сразу же к тебе. Знаешь, как это называется? Провалы в память. Нет. Инфантилизм и неспособность к самостоятельным решениям. Вот так. Витя, не беспокойся. Несмотря ни на что, юридически я вполне дееспособна. Так что развод получишь по первому требованию. Грустишь? Похоже, развожусь я. Ну, хочешь, я поговорю с твоим Виктором? Скажу, что он сам дурак. Не надо, я не хочу сейчас об этом говорить. Знаешь, что я обнаружила? Забавную вещь. Это письмо, которое профессор Черкасов обнаружил в коробке. Эмилии Русиной? Да, обращено к какой-то Авроре. И что она пишет? Не знаю, это надо еще выяснить. Но мне кажется, что Аврора это и является настоящей хозяйкой коробки. Перчатка тоже ее? Наверное. Кстати, я в интернете нашла, что это Эмилия Русина является урожденной баронессой Гернваль. А при чем тут Нелидина? Не знаю. Слушай, можешь завтра пойти в публичку и поискать материалы? А ты? А меня папа отправляет в командировку к поставщикам. Кстати, в сторону Нелидина. Заеду на обратном пути к Раисе. Зачем? Как зачем? Ну я же должна ей рассказать про коробку. Тем более это раритет, наверняка большие деньги. Если захочешь, то отдам коробку обратно. Господи, хоть бы она ее забрала. О, знакомые лица. А что здесь случилось? Померла Раиса. Как? Да обычно. Бухгалтерша поселковая к ней с документами домой пришла, а та уж не дышит. Врач говорит, давно лежит. А мне-то и не вдомек. Думаю, приехала, уехала. Она покупателя на дом ждала? Не дождалась. Инвалид ведь она была, Раиса. Астма. Боже, какой ужас. Ой, не говори. Я про ночевку твою участковому ничего не сказал. Почему? Контур у меня с ним на почве незаконной коммерческой деятельности. Да и тебе лишние проблемы не нужны, верно? Спасибо. Могу я вам еще чем-нибудь помочь? Спасибо. Вас зовут Минерва? Надо же. А я Эдуард Александров. Очень приятно. А я сразу понял. Что? То, что мы с вами родственные души.
Понимаете, историческая мистика – мой конек с детства. Какая мистика? Меня реальные фамилии интересуют. Гернвали Нелидовы. Гернвали Нелидовы? Я так и понял, вас интересует роковая Аврора. Жуткая, говорят, была личность. Правда? Уж поверьте, считалось, что даже прикоснуться к ней было не к добру. Только в этих книгах об этом ни слова. Так-то мне надо идти. Погодите, я кое-что знаю про Аврору Гернваль, вам повезло. Она была очень знаменита в свое время. Красавица ослепительная и до старости. А все потому, что приносила несчастье. Кому? Всем. Особенно мужчинам, которые ее любили. Какой ужас. Ну, что случилось? На тебе лица нет? На тебе сейчас тоже не будет, потому что интуиция меня не подвела. Минечка, ты меня пугаешь. Я сходила в эту библиотеку и выяснила совершенно точно, что у Эмилии Гернваль была родная сестра Аврора. И она была проклята. Кем? Ну, это совершенно жуткая история. Эта история 200 лет в обед, дурочка. Сама ты дурочка. С такими вещами не шутят. Нужно сжечь эту коробку. Ты понимаешь, что проклятие передается через вещи. Меня, если бы ты побольше читала, то ты бы знала, что в истории было огромное множество таких вот роковых аврор. И никто не сжег на этом основании раритетных бумаг. Ну ты хотя бы отдашь коробку этой Раисе. Я не хотела тебе говорить, но... Раиса умерла. Что? Я так и знала. Господи, какое несчастье. Это кара Господня. Но ты же говорила, что Сержа скоро отпустят. Ты говорила, что его участие в декабрьском возмущении – это просто какая-то случайность. Это было мальчишество. Но нашелся документ с его подписью. Страшная бумага, в которой говорится, что Серж один из главных заговорщиков. Не может быть. Его казнят, сестрица. Его казнят, а я беременна и умру. Послушай, Эмилия, я поеду в Петербург. Наш кузен Сербинович, он же член следствия. Матушка была у него. Он нашел людей, которые могут устроить, что бумага исчезнет, и мой Серж будет оправдан. Ну так в чем препятствие? Они требуют неслыханную взятку. 500 000 золотом. Даже если мы все продадим, этих денег никогда не хватит. Еще и родственники отвернулись от Сержа. Я не знаю, что мне делать. К кому мне обратиться? А может, будет твой муж? Нелидовы против мятежников. Это все семейный рок. Ты стала счастливой, и он обратился против меня. Послушай меня, Эмилия. Нет никакого рока. Но ты же всегда была нашей маленькой счастливицей. И будешь ей. Я тебе это твердо обещаю. Мань, ну хватит фотографировать, пойдем. Нравится фотик? Угу. Твой подарок лучше всех, лучше скутера. У тебя есть скутер? Кто подарил? Дедушка? Ну этот, маме, который с ней учился, дядя Павел. Павел. И часто он у вас бывает, этот Павел? Нет, только раз в день. Сегодня он уже приходил. Дедушке стул подарил. Старый, наверное, из помойки. А дедушка обрадовался. Пап. А когда вы с мамой помиритесь? Не знаю, малыш. Ну, у мамы же скоро день рождения. Я открытку буду писать сама. А ты что? Мороженого хочешь? Спасибо, мамуль. На здоровье. Тебе еще? Сонечка. Ты превзошла саму себя. Ну, тогда еще добавочки. Да, конечно. Не могу понять. Спасибо. Зачем сегодня нужно было Машу отправлять? Мы же договаривались. Пап, ну так получилось. Мужчины, а мне никто не подскажет, почему наша оптимистка сегодня как в воду опущена? Тебе еще? А наша оптимистка в ужасе от шляпной коробки. Пожалуйста. То есть? Позвольте, я расскажу. Как участник событий. Давайте. Аврора из Нелидина привезла шляпную коробку. Старинную и загадочную. Мой эксперт нашел в этой коробке письмо не менее загадочное, а наша уважаемая Минерва провела изыскание в библиотеке и выяснила, что коробка принадлежала некой роковой Авроре Гернваль, тезке нашей Авроры. И теперь Миня всем нам пророчит беду. Между прочим, плохую энергетику никто не отменял. Тихо. Ну-ка, притащи сюда эту зловещую коробку. Ой. Да, кстати, что ты делала в Нелидино?
А, это по моей наводке. Узнал, что торгуют старьем, подумал, пригодится для наших отелей. Любопытно все это посмотреть. Вот, никакой мистики. Прекрасный экземпляр 19 века. В таких коробках шляпы хранили. Угу. Давай. А теперь я вижу бумаги. Любопытная вещь. Да, кстати, я прочла в справочнике, что Аврора Гернваль была замужем за графом Нелидовым. И потом достаточно продолжительное время была хозяйкой усадьбы в Нелидино. Боже мой, какая прелесть! Надо же, никогда не думал, что Нелидино такое историческое место. Кстати, если кто не помнит, моя дача расположена недалеко. Помним, помним. Ага. Вы, кстати, говорили что-то о письме. А вот, 832 год. Угу. Писано по-французски. У меня, кстати, за плечами французская школа. Здесь написано про игру в карты. Может быть, это роковая Аврора была еще и пиковой дамой? А? Ну, это еще почему? Ну, несколько раз. Написано про пасьянс. И вот слово подчеркнуто. Вы позволите мне, я тоже учил французский, но, слава богу, не в школе. А, здесь подчеркнуто слово «le solitaire». Ну, точно, как компьютерная игра. От молодежь. Ничего не знаете. Между прочим, в старину так называли крупные бриллианты. Бриллиант? Пап, еще! Все, зайка, пора. Мы же с тобой обещали. Ну и что? Что значит «ну и что»? Слово свое держать нужно. А я тебе даю слово, что мы с тобой скоро увидимся и сходим куда хочешь. В театр? Угу. Все, договорились. А вот это тебе вместо билета. Правда смешно? Ну что, не нравится? Ты раньше таких маме дарил. На день рождения на 8 марта для коллекции. Здесь говорят, что ты положила свой бриллиант в гроб бедному Андрею. Ах, как это меня беспокоит. Его уже не уберечь, а ты нуждаешься в защите. Ну, спасибо. Еще и про гроб. Прекрасно. Ну, что ты хочешь? Это романтическая эпоха. Все как обычно. Но это все очень интересно. Правда, очень-очень. Предлагаю всем нам отправиться на пикник к Илье Семеновичу на дачу. Погуляем на развалинах, попугаем нашу меню. А, кстати, ну, если вдруг кто-то не захочет ко мне приехать, ну, тогда я сам прогуляюсь. Ужасно люблю историю. Папа, улыбнись! Папа, улыбнись! Машенька, пойдем домой. Мамочка, ну еще 5 минуточек. Может быть, пройдемся? Не могу, у нас целый дом гостей. Аврора, тебя отец потерял. Маш, какой у тебя фотоаппарат замечательный? Сфотографируешь меня? Нет! Ну, зачем ты обижаешь дядю Павла? Он больше не будет к нам приходить. Ну и хорошо. А чего ж хорошего? Мам. Но? А ты пригласишь нашего папу на свой день рождения? Машунь, понимаешь, дедушке сейчас очень трудно с папой общаться. А тебе? Не знаю, наверное, тоже. Все, спи. Спокойной ночи. Распала, представляешь? Завтракать будешь? Нет, нет, я уже опаздываю. А что опять с настроением? Ты еще спрашиваешь? У домработницы с утра сломался пылесос. Мама разбила любимую чашку. Я каблук сломала. Миня, тебе не смешно? Ну ты же не дурочка у меня. Дурочка? Вы меня слушать не хотели. А ты знаешь, как сегодня папа на дядю Илью кричал? Так что стены тряслись. Ну что случилось? Не знаю. Проблемы какие-то на работе, Аркаша сказала. Ну, видишь, по работе это обычное дело. Аврора, ты как хочешь, а я иду в церковь. Ну ладно, если тебя так мучает эта коробка, я отнесу ее из нашего дома. Выбросишь? Ни за что. Завтра поеду к профессору Черкасову на экспертизу. Обнаружу что-то важное, отвезем в музей вместе с перчаткой. А остальное сожжем. Ну, пожалуйста. Ну что ты копаешься, Лида? Где договора? Еще 10 минут. Илью не могу найти. Мы еще с ним разбор полетов не закончили. Телефон не отвечает. А Илья Семенович, по-моему, на дачу уехал. Что за бред? В рабочее время? А он сказал, что не хочет с вами ругаться, лучше переждет, пока вы остынете. Тем более завтра выходные.
черт знает что. Днем рождения, мамочка, да? Ну, угу. Да. Только, мамочка, давай напишем прописью. Ма-мо-чка. Красиво? Нет. Почему это нет? Потому что у мамы в коробке красивей. Там буковки с закорючками. Сейчас. А разве можно без спроса? Мы потихонечку, нам же для дела. Ух ты! А и правда красиво. Знаешь, как это называется? Каллиграфия. А что тут написано? Ваш яблочный пирог. Это старинный рецепт. А давай маме подарок сделаем. Старый пирог испечем. По старинному рецепту. Конечно, испечем, ах ты мою хозяюшку. Чай готов. Как говоришь, на охоте, Алексей? На охоте. Будет врать-то. Ведь я знаю про ваш разлад. Нос-то не вороти. Сказывают, граф Алексей чуть не каждый день в царском с гвардейцами кутит. В чем причина? Разлюбил, видно. Разлюбил? То надышаться не мог, супротив родительской воли готов был пойти, а теперь разлюбил? Так ты, стала быть, виновата? Простите, батюшка, правду говорят, что я приношу одни несчастья. Да брось ты выдумывать. Верно, приревновал кому? Знаю я вашего брата. Клянусь, я никогда. Ну вот и не кручимся. Сестре-то твоей, садись. Хуже пришлось, когда мужа-то в мятежники записали. А она духом не падала. И Господь уберег, все разъяснилось. Все так, все так. Детки у них пошли. И тебе не худо было бы с сестры пример взять. Я постараюсь вернуть любовь Алексиса. Я обещаю вам. Вот и ладно. Будь приветливой да веселой. Я сына знаю. Сердцем он отходчивый. А что касаемо всякой там чертовщины, так про то я не верю. Вон и бриллиант мой носишь. Защитит. Что, Василий, прибежал? Случилось что? Беда, барин. Без того из старского села прискакал. Молодой граф с друзьями забавлялся и наповал шальной пулей. Ну что, Илья Семенович не проявлялся? Да нет, обиделся, видишь ли. Устроил себе отпуск. А проблемы кто будет решать? Ну что, не отвечает? Бесполезно. О, кажется, появился. Алло? Алло. Илья? Нет, это не Илья. А кто это? Полиция. С вашим другом беда случилась.
Добрый день. Следователь Найденов. Позвольте задать вам пару вопросов. Да, конечно. Пострадавший вам близко знаком, я правильно понимаю? Да, это мой крестный, близкий друг моего отца, что? Тогда, вероятно, вы сможете объяснить мне, что делал ваш крестный Илья Лужин на территории заброшенной усадьбы в Нелидино, где его обнаружили. Его загородный дом в 3 километрах от этого места. Я недавно привезла в дом коробку. Там было письмо 19 века, обращенное к хозяйке этой усадьбы, Нелидина, Авроре Гернваль. У меня тоже такое имя. Мы за семейным обедом обсуждали это совпадение. Потом дядя Илья, он просматривал эти бумаги, а потом сказал, что у него дача как раз рядом. И больше ничего. А ваш отец присутствовал при этом разговоре? Отец? Да, конечно. Папа, ну что там? Плохо? Рана тяжелая. Прогнозов никаких не дают. Илья без сознания. Я попросил бы уделить мне несколько минут. Поговорим? Ну как, дядя Илья? Очень плохо. Здесь следователь. Он как-то странно спросил меня насчет отца. Послушай, мы с Аркашей поняли, что на дядю Илью напали из-за того бриллианта. Какого бриллианта? Ну, про который говорилось в письме. Все сходится. Эмили, сердце мое, возьми для малютки, чтобы в дороге не просквозило. Боже мой, какая прелесть. Откуда это у тебя? Да ты совсем не ложилась, Аврорушка. Всю ночь рукодельничала. Вовсе нет. Ну что ж, пора. Аврора, милая моя, в последний раз прошу тебя. Но чего ты так упорствуешь? Мой муж почти уж посланник при русском посольстве. У нас будет чудесная вилла в Риме. Эмилия, мы уже все обсудили. Ну хорошо, может быть, не сейчас, к зиме? Обещай мне. Я верю, что Италия залечит все твои раны. Нет. Я не могу оставить стариков Нелидовых в их горе. Но они же так жестокосердны. Пускай. Пускай они хотят видеть меня подле себя. Пускай обвиняют в смерти единственного сына. Но когда-то им может понадобиться помощь. Я буду рядом. Благослови тебя, Господь. Береги себя. Все будет хорошо, мамита. Не волнуйтесь. А вы обещайте, что за границей будете оберегать нашу пяти-маман и ее принцессу. Я провожаю Эмили только до Москвы. Как? Отчего так? Я решилась уйти в монастырь. Я буду там молиться за вас обеих. Аврорушка, подойди ко мне, дай мне тебя поцеловать перед долгим прощанием. Благослови тебя, Господь. Пошла. Господин Синицын? Да. Вы являетесь владельцем похищенного ружья Беретта L4126. 28. 28. Да, его похитили почти год назад. И до сих пор не нашли. Мне нужны подробности. Какие? Вы лучше меня это знаете. Не понимаю, к чему вы клоните. Ружье похитили из машины. Мы с фирмой отмечали за городом юбилей. Охота входила в программу. Дальше? Ну, дальше я отвлекся на какой-то важный разговор на 5 минут. Но, как положено, я сразу о похищении доложил в полицию. Думали сначала, что местные, но... Вы хотите сказать, что... Пока ничего. Ждем ответа криминалистов. Однако странно, что вашего компаньона стреляли именно из охотничьего ружья. Очень странно. Да, Машунчик, да, солнышко, говори, я тебя слушаю. Пап, привет. Я тебя хотела спросить, может, ты все-таки пойдешь на мамин день рождения? Ты знаешь, что завтра не получится. Но мы сегодня с тобой вечером можем сходить в твой любимый театр на Золушку. Помнишь, ты хотела?
с тобой не получится. Мы уже с бабулей туда идем. Дядя Павел билеты купил. И платье привез вчера. Именно о котором я мечтала. Наверное, ему кто-то рассказал. Кретин. Пап, что он сказал тебе? А, ничего особенного. Явно не Пинкертон. К сожалению. А по какому поводу вы с дядей Ильей поругались? Это не имеет отношения к делу. Давайте, садитесь в машину. Отдай чужое. Что за бред? Спам опять. Да не похоже, третий раз уже. Номер засекречен. Может, это наши конкуренты из VIP-3 наезжают? Ты думаешь, Илью из особняка? Не знаю, но в голову пришло. Помните, трепишников орал? Особняк не ваш. Приватизация незаконна. Он хотел, чтобы мы ему продали, а Илья был категорически против. Послушайте, сейчас не 90-е на дворе. Как сказать? Владелец VIP-3 вышел из братков. Вот и мне пришло. Отдай чужое. Похоже, они за старые методы взялись. Значит так, Аркадий, вызывай такси, отправляй девчонок до дома, а мы с тобой в офис. Здрасте. Ну как, идет торговля? Работа кипит? Виктор, что-то хотите купить? Ну, купить, продать – это по вашей части. А в случае чего и чужое хапнуть не зазорно, да? Но вы поосторожнее с выражениями. А вот это тебя касается в первую очередь. Поосторожнее с моей женой. И от дочери отстань своими идиотскими подарками. Ты меня понял? Да мне твоя дочь даром не нужна. А по поводу Авроры… Держись от нее подальше. Проблемы? Разрешение спрашивать у тебя не собираюсь. Выведи его. Видишь, человек неадекватен. Мы с тобой еще поговорим. Всего доброго. Всего доброго. Давай на выход. Ни при чем этот VIP-трип, я тебя уверяю. Это все из-за твоей коробки. Что за дурь? Это не дурь, это элементарная логика. В письме Эмилии было сказано, что Аврора положила свой бриллиант в гроб к Андрею. А ты сама говорила, что инициалы Нелидова начинаются на А. И что? И то, что этот Андрей есть Нелидов. А если он муж и хозяин усадьбы, то, скорее всего, похоронен на погосте в Нелидино. И дядя Илья об этом догадался. Но кто мог знать об этом? И зачем его убивать-то из-за этого? Может быть, он прочитал что-нибудь еще в этом письме и пошел целенаправленно искать клад, а тут грабители. Или еще что похуже. Темные силы. Миня? Что, Миня? Этот бриллиант роковой, как ты не понимаешь, как и все эти вещи ужасные Авроры. Уж об этом мы вряд ли узнаем. Узнаем. И я тебе докажу. Извините, мы передумали. Остановите, пожалуйста, у библиотеки на Московском проспекте. Здравствуйте. Здравствуйте. Как хорошо, что вы позвонили. Вот материалы, о которых я рассказывал. Правда, там не очень много об Авроре Генваль, но все-таки... Познакомьтесь, Эдик. Это моя сестра Аврора. Вы шутите? Нет, правда, я тезка Авроры Генваль. Меня сказала, что вы специалист по ее биографии. Да ну что вы, какой я специалист? Я просто пишу диссертацию про мистику в истории, а так я библиограф. Эдик, это не важно. Не слышали ли вы что-нибудь про драгоценности, которые принадлежали этой Авроре? Ну как же, она владела бриллиантом Нанси. Чем? Вы не знаете? Это знаменитейший камень. Около 1000 лет назад его нашли в Священном Индийском ущелье. Им владели султаны, махараджи, шахи. Подождите, Эдик, скажите нам главное. Этот бриллиант проклятый? Да ну что вы! Это великий талисман. Вот и роковая Аврора. Она сеяла несчастье, а сама оставалась невредимой, потому что его носила. Вот я так и знала, как черная перчатка – это к нам, а как талисман – так в гроб. Скажите, а как звали супруга Авроры? Нелидова? Алексей. А вы ничего не путаете? Нет, это абсолютно точно. Я недавно читал. Но бриллиант положили в гроб к Андрею. Какому Андрею? Бриллиант Нанси хранится в Лувре и уже 100 лет в экспозиции. Ну что, успокоилась? Не успокоилась. У этой Гернваль мог быть не один бриллиант. Ага, и не один муж, всего много. В письме могла быть описка, в интернете могла быть ошибка. Ты знаешь, я просто чувствую, что это нападение связано с твоей коробкой. И Аркадий этого тоже не исключает. Минь, все, я не могу больше слушать эти дурацкие сказки. Я прямо возьму и сейчас поеду в это Нелидино. И если там действительно когда-то было кладбище, то... могила этого Андрея тоже там. Очень сомневаюсь. Но если это так, то у твоей версии появится еще некоторые основания. Но на место преступления я тебя одну не пущу. Мы едем вместе. Зря такси отпустили. Пойдем ловить. Машуня! Папа! Ты моя хорошая. А я тебе туфельки принес. Платьишку завтра на праздник. Класс! А это знаешь кому? Маме, как в том году, да? Совершенно верно. Эти цветы долго свежие. Вы их сегодня с бабушкой спрячьте, а завтра подари маме. И самое главное, скажи, что от меня.
Договорились? Ага. Соня, садитесь в машину. Пойдем. Машенька, давай букетик мне. Идите, садитесь в машину. Виктор, возьмите цветы и перестань пудрить Авроре мозги. Тем более, используй ребенка. Иван Петрович, послушайте, это все... И слушать не хочу. Ты сделал свой выбор. Всего наилучшего. Ну, теперь ты угомонишь свою фантазию? Нашла хоть одну раскопанную яму? Нет. Надгробий вообще никаких, ничего не сохранилось. То-то и оно. Твоя версия с бриллиантом – чистая романтика. Верните его. Умоляю вас. Я готова перед вами на колени. Господь с вами. Прошу вас, сядьте. Я ничего не разобрала из ваших слов. Может быть, воды? Глаша! Нет, не зовите никого. Я уповаю на ваше благородство. Этого никому нельзя знать. Будьте покойны, никто не узнает, клянусь. Что за несчастье? Мой супруг, граф Нелидов, очень тяжело переживал смерть Алексиса. От этого все. Он пытался заглушить тоску по сыну и вновь обратился к былой страсти. Игре. Он проиграл. Много? Все. Хуже того, казенные деньги своего ведомства. И теперь на грани катастрофы. Аврора, в ваших силах спасти нас от бесчестия. Я готова. Все, что у меня есть. Имение покойного Алексея, я готова его заложить, не сомневайтесь. Нет, нет, имение расстроено, и закладывать долго. Я молю вас о другом. Верните нашей семье Нанси. Быстрая продажа алмаза – единственное средство покрыть растраты до того, как их обнаружат. Умоляю вас. Вы ведь тоже носите нашу фамилию. Тень позора ляжет и на вас. Я готова отдать вам все, что у меня есть. Но бриллиант я вам вернуть не могу. Это мое последнее слово. Недаром люди говорили. Проклинают тебя, ведьма. Слышишь? Проклинаю. Ты забрала у меня сына, а теперь погубишь и мужа. Вот отсюда я привезла коробку. Тишина какая. О, смотрю, зачастили вы к нам. Опять с экскурсией? Очень смешно. А вы что тут делаете? А я тут вот дом для сайта фотографирую. Дело Раисы-то закрыли. Приступ у нее был. Астма. Значит, подтвердилось. Да, царствие небесное. Наследников не осталось, дом поселок продавать будет. Не хотите прикупить? А что, хорошая дача? Нет, спасибо. Жаль, значит, придется прибираться. В администрации попросили для сайта недвижимости фотки выложить, а тут такой кавардак. Кавардак? Странно. А можно взглянуть? Тьфу, да глядите, сколько хотите. Хорошо здесь. Такое чувство, что не своей смертью. Тут ведь был полный порядок. Я сама помогала Рейсе с уборкой. Но, видать, в панике лекарства искала. А лекарства у нее дом нашли. Забыл, выходит. Вот и результат. Нет, в состоянии приступа такой беспорядок не устроить. Бог его знает. Странные дела у нас тут творятся. Мужика вот еще возле усадьбы грохнули недавно. Это друг нашей семьи, мой крестный. У него тут дача недалеко. Да вы что? И кто его так нашли? Нет пока. Плохо искали, значит. А я ведь убивца-то этого видел. Видели? Где? У забора моего. Смотрю, топчется чужак какой-то. И рожа страшная. Сапоги резиновые пытался у меня спереть. На заборе сушились. Видать, хотел, чтобы по следам не нашли.
А я спугнул. Ну так вы в полицию сообщили? У меня зуб на местного участкового. Сапоги целы, а мне некогда тут по судам шляться. Аркаша, этот фермер дал все показания. Приметы, рост, все, все. Да, отпечатки нашли на сапогах, и оказалось, что они уже есть в базе полиции. Уже дали ориентировку. Алло, алло. Тьфу, ты, телефон разрядился. Вы, девчонки, конечно, молодцы, но ваш папаша там рвет и мечет. Почему сразу мне не позвонили? Да мы как-то не сообразили. Голова была другим забита. А Минька так уверовала в алмаз, что... Какой еще алмаз? Из письма Эмилии. Помнишь, дядя Илья за столом рассказывал про гроб? Вы что, поехали искать могилу этого Андре? Видишь, тебе уже смешно. А меня была уверена, что мы непременно найдем там свежий раскоп. Ну и как, нашли? Да нет, конечно. Зато мы обнаружили дом Раисы, который был перевернут вверх дном. И я уверена, что это связано с коробкой, которую оттуда притащила Аврора. Ну что там, действительно разгром? Вот, посмотри. Фотографии дома. Они уже есть на сайте недвижимости. Ну-ка. Ух ты. Что ты там такое видел? Да так, ничего. Винтажненько. Ой-ой-ой. Уйди, вертихвостка. А то твой красивый наряд будет в муке. Бабуля. Да? А ты точно пирог по старинному рецепту делаешь? Точно. А почему ты его не читаешь? А я один раз прочитала и все выучила. Дорогая моя именинница, моя старшая, обожаемая дочь. Иногда я бываю слишком требователен к тебе, но, поверь, это только от того, что люблю тебя без меры. Как, впрочем, и все представители нашей фамилии от стара до млада. Так что встречай свой праздничный пирог. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Аврора! С днем рождения тебя! Добрый день! Здравствуйте! А что, собственно? У нас ордер на ваш арест. Ну, послушайте, это какое-то безумие. Какие у вас основания? Оснований предостаточно. По нападению в Нелидино задержан некто Бисов, уголовник. Он уже дал признательные показания. Очень хорошо. А при чем тут я? А при том, что Бисов утверждает, что это именно вы заказали ему, совладельца вашего бизнеса. И улики это подтверждают. Да что за бред? Опросите фермера Петренко из Нелидино. Мы с сестрой вместе его к участковому отвели. Именно благодаря показаниям Петренко Бисов и был задержан. Кстати, и ружье нашлось, из которого, как утверждают баллисты, стреляли в Лужина. Это ваше ружье, гражданин Синицын. Что-то у вас, граждане, не сошлось. Прошу. Бред! Мы разберемся с этим вип-трипом. Могу порекомендовать хорошего адвоката. Правда, очень хорошего. Аврора? Все-таки захотела, чтобы твой муж тебя поздравил. А как же этот, как его? Павел, во! Витя, у нас беда. Отца арестовали. Обвиняют в покушении на убийство. Я не знаю, что делать. Мне нужна помощь. Кому? Кому нужна помощь? Всемогущему тестю, который лишил меня жены? Ему? А зачем ему моя помощь? Он же у нас вершитель судеб!
Спасибо. Прав был отец. Но ничего. Сами справимся. С семьей. Пусти, пожалуйста. Эдуард, я... Я выяснил, кто такой Андрей из письма Эмилии. Дело в том, что у Авроры Гернваль после Алексея Нелидова был второй муж Андрей Каразин. Я посмотрел старый справочник дворянских фамилий, дореволюционный. Эдик, спасибо, но мне сейчас не до того. У меня дома большие неприятности. Что случилось? Чем я могу помочь? Простите, Эдуард. Аврора! Андрей, я же просила, зачем вы меня преследуете? Я встану на колени прямо здесь и буду стоять, пока вы не дадите мне ответ. Оставьте, не мучьте меня. Встаньте же. Разве вы не знаете, что в свете меня называют роковой Авророй? Я не хочу принести вам несчастье. Я не верю в предрассудки. А мнение Светы меня не волнует. Скажите мне только одно. Вы любите меня? Скажите, жить мне или умереть? Да или нет? Да. Да мой отец в камере, а его партнер в реанимации. И вы думаете, что вам это сойдет с рук? Я вас попрошу не вмешивать нас в свои грязные делишки. Вот, ознакомьтесь. И уверяю вас, что копия этих документов уже направлена в полицию. Да, действительно. Наша корпорация VIP-Trip интересовалась особняком, принадлежащим доброму сфинксу. Но до нападения на Лужина мы купили аналогичный особняк на соседней улице. Но сами подумайте, зачем нам два отеля одного класса в одном месте? Для нас это невыгодно. Похоже на правду. Ну? Брат. Ты прости, что я тебя так резко выдернул, просто реально нужна твоя помощь. Да ничего. Дело напрямую касается Авроры и Маши. А подробней? У тебя связи в полиции остались? Ну, если надо, найдем. Обвинение предъявили твоему тестю? Да я и сам пока не знаю. Аврора трубку не берет. То есть? Ну, я вчера выпил лишнего и наговорил ей лишнего. В общем, повел себя как последняя свинья. По-моему, Синицына обвиняют в убийстве. В убийстве? Да, он, конечно, тяжелый человек, но на убийство не способен, это я точно знаю. Алло, Володь, привет. Да, Петрунин. Скажи, пожалуйста, у тебя со временем как? Давай тогда вечером встретимся. Могут быть у доброго сфинкса еще какие-то серьезные враги? Они мне неизвестны. А у отца, кроме VIP-трипа, не было других версий? Не слышал. Ну, может, внутри фирмы. Не понимаю, что ты имеешь в виду. Да меня мучает одна мысль. Ружье-то отца украли на корпоративе. Ну? Ну, так ты случайно не помнишь, кто там крутился вокруг него? Ты смеешься? Год прошел. Очень возможно, что преступник внутри нашей фирмы. Надо бы напрячь службу безопасности. Опять 25. Минь, ты что тут забыла? Не могу больше дома сидеть. Мама все время плачет, хоть на стенку лезь. Ну что? Какие новости? Плохие. Только что звонил адвокат. Суд отказался выпустить отца под залог в связи с интересами следствия. Вообще, этот адвокат сам, по-моему, не верит, что отец невиновен. А помнишь, Павел кого-то крутого обещал? Может, с ним связаться? Так, барышни, не гоните волну. Наш адвокат давно с нами работает. С ним еще проблем не было. Хорошо, пусть служба безопасности мне это подтвердит. Я хочу прямо сейчас, чтобы они проверили всех наших сотрудников под микроскопом. Ладно, пойду к себе проверю почту, потом договорим. А этот бесов стоит на своем, что Лужину заказал отец. Я пыталась договориться с адвокатом, встретиться. С Бисовым, но говорит, это невозможно. Якобы в интересах следствия. Да-да,
Можно? У меня несколько дней почтовая бандероль лежит. Илья Семенович какую-то книгу во Франции заказывал. Что за книга? Я не знаю, она запакована. Может, это вам подарок на день рождения? Хм. Интересно. Аркаш, посмотри. Так странно. Что это? Пособие для ювелиров? Дядя Илья во Франции заказал. Подождите, но я никогда не интересовалась камнями. Смотрите, тут про алмаз Нанси и все его параметры. Так может быть, он поэтому ее и купил? Я же говорю, что дядя Илья что-то знал про клад. Да, скажи еще, что он предугадал, что у меня автобус сломается, а потом Раиса передаст мне эту коробку. И все-таки я думаю, что все организовал именно он, не иначе. Шутки шутками, а Минина версия не так уж и бессмысленна. Смотри, что я нашел у него на столе. Что это? Переводная статья из Le Monde. Некий французский журналист утверждает, что произошла ошибка, и под именем Нанси в Лувре демонстрируется совершенно другой камень. Ну-ка, дай посмотрю. А следы истинного Нанси затерялись где-то в России. Господи, у меня голова кругом. Слушайте, давайте потом с этими камнями, нам надо понять, почему Бисов показывает именно на отца. Да как ты это поймешь? Но если сам Бисов нам недоступен, значит, надо зайти к нему с другой стороны. Аркаш, слушай, посмотри информацию в интернете о нем, о его семье, друзьях. Пошерсти там, может быть, страничку его найдешь. Хорошо. Спасибо. Здорово. Привет. Ну что, как дела на вольных хлебах? Слушай, ну по-разному. Знакомься, это Виктор, это зять подозреваемый, мой товарищ, это Володя. Очень приятно. Спасибо, что согласились помочь. Да ладно. Я за этого человека и в огонь, и в воду. Вот материалы, но я прошу. Обижаешь. Короче, плотно присел ваш Синицын. Суд определил еще 4 месяца ареста. А основания? Доказухи полно. Даже кроме Бисова, о котором я тебе рассказывал. Найденов там уже руки потирает в предвкушении премии. Но этому-то только галочку поставить. Но ты-то опытный опер, ты же видишь, там натяжки. Да, но... Видишь ли, формально там не придерешься. К тому же, как выяснилось, добрый сфинкс на мели. Положение у него очень критическое. А это провоцирует конфликт между совладельцами. Вот так новость. Я и не знал. Вот видите, ваш тесть еще тот конспиратор. Вот, пожалуйста, Регина, подруга Бисова. Здравствуйте. Здрасте. Я же сказал, ничего не буду рассказывать. Ну почему? Может быть, ваш друг не настолько виноват? Вдруг его подставили? Может, и подставили. Я откуда знаю? Он все орал, что работает на какого-то крутого чувака. Вот он его и посадил. Вот этого? Да пес его знает. Я не видела его никогда. Может, это поможет освежить вашу память? Дашь еще одну, может, и поможет. Спокойно. Пусть сначала скажет, что знает. Ну? Короче, Леха называл этого человека охотник. Незадолго до того, как его забрали, они сильно ругались. Леха... Козел, он там что-то накосячил. То ли не то забрал, то ли не все забрал. И теперь, если что, нужно срочно переводить стрелки. Послушайте, то, что вы сейчас сказали, очень важно. Я прошу вас поехать. Нет, я не буду подписывать никакие показания. И вообще нашего разговора не было. Почему? Потому что охотник опасен. Он вообще шпион или иностранец какой-то. Почему иностранец? Потому что он повторял все время какое-то иностранное слово. Мерси, не мерси, не помню. Может, Нанси? Может, Нанси? А, я нашла бумажку на иностранном в комнате. Ее Леха, видимо, выронил, когда бухой был. А. Держи. Это же письмо Эмилии. Нет,
нет. Напиши Эмилии, что мы не поедем к ней в Рим. Я больше не хочу уезжать отсюда никуда. Я же говорила, что тебе понравится в Нелидино. Это не Нелидино. Это Эдем. Кстати, может бросить свою службу к черту, а? Ой! Уйти в отставку, заняться имением. Такую красоту здесь устроим. Боюсь, если ты уйдешь в отставку, на красоту нам не хватит средств. А ты продай бриллиант. Я тебя расстроил? Брось. Я же пошутил. Это твой талисман и память о первом муже. Андрей, должна объясниться. Я хотела сказать, что эта вещь... Нет. Не надо ничего говорить. Это твоя тайна, твое прошлое. Я сказал вздор, я не прав. К тому же, благосостояние семьи целиком забота мужа. А для этого мне нужно дослужиться в генералы. Что, кстати, весьма скоро может случиться. Я забыл тебе сказать. Меня переводят под командование победоносного генерала-фельдмаршала Паскевича. Ну, улыбнись же. Послушайте, милая моя, все эти слова про то, что папа не виноват, я уже слышал тысячу раз. Хотя, надо признать, история про клад – это что-то новенькое. Но это не моя выдумка, вы можете… А вы знаете, почему ваш отец ссорился с господином Лужиным? А я вот знаю. Лужин для спасения бизнеса собирался брать взаем у сомнительных кредиторов, а ваш отец был категорически против. Вот тебе и мотив. Повесомее как-то, чем бумажки 19 века и рассказы о мифических бриллиантах. А письмо Эмилии? Откуда оно оказалось у Бисова? Ведь я ненадолго, там маме плохо. Она только что после отца вернулась из СИЗО. Спасибо, что вышла. Не говори Авроре, что я приходил, ладно? Я знаю, что вы поссорились. Она теперь тебя даже видеть не хочет. Пусть, но я должен знать, что у вас происходит. Миня, в этом доме живет моя дочь, и я должен быть уверен. Я понимаю, но мы сами не можем разобраться в этом ужасе. В каком ужасе? Слушай, тут в двух словах не расскажешь. Это просто какая-то фантасмагория. Ладно, я тебе как-нибудь позвоню. Миня, постой, Миня! Петрунин выяснил, что этот Бисов, который указал на Синицына, связан с очень опасными людьми. Они на все способны, понимаешь? Может, это они нам смс-ки шлют. Какие смс? Чего хотят? Слушай, спроси лучше у Авроры. Аркадий просил меня никому ничего лишнего не болтать. Кому никому? Мне? Мы уже сами ничего не понимаем. Ладно. Где Аврора? Не вернулась еще. Не понимаю, кому потребовалось убрать Илью и подставить меня. И, пожалуйста, не пытайся своими силами расколоть Бисова. Такие статьи просто так на себя не навешивают. Пусть этим занимается адвокат. Что-то меня пока не радует, как он этим занимается. Твоя главная задача сейчас сосредоточиться на добром сфинксе. Ты теперь все знаешь. Папа, а почему ты мне ничего не говорил о нашем плачевном положении? Я не хотел вас расстраивать. Ну ничего, мы справимся, я вытащу тебя отсюда. Не сомневаюсь. Сегодня я пригласил адвоката и подписал приказ о твоем назначении генеральным директором. Меня? Профессор даже обрадовался моему звонку. Он и сам неоднократно напоминал мне про эти нелидинские бумаги. А почему такая срочность? Паш, я выяснила, что арест отца как-то связан с охотой за историческим бриллиантом. И с человеком, который скрывается под кличкой Охотник. Ну а Черкасов тут при чем? Черкасов известный эксперт. Он вращается в сфере коллекционеров. Может, у него кто-то интересовался историей семьи Гернваль. Или упоминал Нелидова или Каразина. Тогда мы сможем выйти на этих людей, которые охотились за Нанси. И доказать, что отца попросту подставили. Нанси? Он же в Лувре. Нет, как выяснилось, в России. Клады, драгоценные камни – это не по моей части. И потом искатели сокровищ тоже ко мне пока не обращались. Я ж домосед. И в Нелидино этом никогда не был. Вот прошу, красная смородина, живая, своя. Скажите, а может быть, в письме Эмилии есть какое-то указание на бриллиант? Посмотрите, вы же знаете французский. Oui, bien sûr. Я не думаю, чтобы это письмо охотник осмелился отдать Бисову. Нет, я так и думал. Про бриллиант здесь всего одна фраза, а все остальное так, погода, здоровье. Я очень вас прошу, посмотрите оставшиеся документы из этой чертовой коробки. Вдруг там... Документы – это моя страсть.
Скажите, а вы принесли все документы, которые были в коробке? Да, должно быть все. А вы можете мне оставить их до завтра? Просто у меня сегодня вечер занят. Да, конечно. Ну что ж, попробуем разобраться. Скажите, а как фамилия этого Андре? Каразин. Пашунь, будьте добры, дайте мне, пожалуйста, вон ту красную книгу. Толстую, с камина. Это справочник дворянских фамилий. Ici on peut voir toutes les familles nobles. Пожалуйста. Спасибо. На, свяжись. Спасибо. Мини, может, хватит уже? Или ты заболела, сестра? Это что-то новое в твоем репертуаре. Не заболела. Меня это поливание хоть как-то от дурных мыслей отвлекает. О, Эдик, это вы! Слава богу, я вас нашел! У вас там у соседей такие баскервили! У меня для вас важная информация, новая! И вот еще что. Про Каразина этого Андрея. Удивительный человек был, оказывается. Блестящий офицер. Любимый адъютант графа Паскевича. Герой. Погиб смертью храбрых. А где он похоронен? Этого я пока не выяснил. Думаю, сегодня же узнаю. Поздно уже. Я побегу. Спасибо за чай. Конфеты были очень вкусные. Спасибо. Ну, все, спасибо еще раз. Пока. Эдик, вы куда? Остановка в другой стороне. А, я позвоню. Закрывай глазки, сил с тобой уже нет никаких. Закрывай, закрывай. Господи, это еще кто? Я скоро вернусь. Паш, привет. Что случилось? Да все нормально, не волнуйся. Я только что поговорил со своим адвокатом. Она готова завтра с нами встретиться. Спасибо, мне это так нужно. У меня до сих пор перед глазами лицо отца на свидании. Да. Кстати, Черкасов на связь не выходил? Нет. Ну, то есть он звонил, но зацепок пока по документам никаких. Почему-то он был уверен, что мы не все принесли из коробки. А на самом деле все? Ну, практически. Мне только топографическую карту не принесла, явно советского времени. Карту? Да. Черкасов тоже удивился, когда услышал. Но я все нашла. Это точно современная геодезическая карта для какого-то строительства. Никаких заветных крестиков, непонятно какая местность. Да, кстати, мать Раиса до пенсии работала землестроителем. Может быть, она? Мама, ты скоро? Паша, мне нужно Машеньку уложить. Я завтра на всякий случай заеду к Черкасову и отвезу эту карту. Мы с ним уже договорились. А мы с тобой к адвокату едем, да? Да, да, конечно. Ну все, до завтра. Давай. Мамочка, мне страшно. Ну ты чего, глупыш? Там под окном какая-то машина. Это дядя Павел приезжал. Нет, не его машина, другая, черная, страшная. Все, уехала. Спи. Паш, ты что тут делаешь? Аврора, я... На самом деле, я приехал, чтобы узнать, когда ты уже разведешься с Виктором. Господи, Паш, что за вопросы на ночь глядя? Аврора, я понимаю, тебе сейчас нелегко. Тебе нужно сейчас мужское плечо рядом. Мне кажется, я за последнее время тебе уже... Ты что, с ума сошел? Прекрати!
Просто ты для меня друг. Хороший друг, но я тебя не люблю. Понимаешь? И никогда не полюблю. Что ж. Мама, мамочка! Это ты приехал на черном джипе? Я на своей. Аврора, ты прости меня, ладно? Ты знаешь, мне страшно одиноко в имении без Андре. Мы с Петенькой только мечтаем о том времени, когда он наконец оставит службу. И мы будем счастливы жить в этом раю. Мария, а в чем дело? Я же чувствую, что что-то не так. Прости меня. Я приехала к тебе с тяжелой вестью по просьбе государя. Что, Мари, не молчи. При штурме Варшавы граф Паскевич получил контузию ядром. Твой муж спас его от смерти. Ценой собственной жизни. Нет. Нет. Государь. Государь посылает глубокие соболезнования. Аврора. Андрей был настоящим воином. Он не мог жить мирной жизнью. Нет, он хотел оставить службу. Я проклята. Проклята. Эдик, вы вообще смотрели на часы? Аврора, вы представляете, я нашел! Что вы нашли, бриллиант? Да какой бриллиант? Я нашел то, что вы просили! Андрей Каразин был похоронен как герой у Миронинской церкви егерского полка. Это возле обводного канала. Господи, вы все с ума сошли, что ли, а? Что? Не расслышал. Аврора, а вы меня нормально слышите? Да, да, я хорошо вас слышу. Так вот, эту церковь давно снесли, там сейчас заброшенная стройка. Хорошо, я вас поняла. Спасибо огромное. Спокойной ночи. Аврора, подождите. Миня сказала, что вы нашли какую-то карту. Там случайно нет пометки «Миронинская церковь»? Нет, я не видела, нет. Проверьте прямо сейчас. Я подожду у телефона. Хорошо, сейчас посмотрю. Алло! Аврора, алло! Мужчина, шли бы вы отсюда со своей собакой. Саш, вызывай следственную группу. Установлено. Потерпевший, копая яму на пустыре, ударом лома пробил подземный электрокабель. Несчастный случай. То есть это не убийство? Разряд тока высокого напряжения. Рядом с трупом был обнаружен вот этот план местности. Что можете сказать? Это карта из моей коробки. Конкретней? Понимаете, Павел, мы с ним много общались. Он был в курсе моей версии по поводу бриллианта Нанси. Я же вам тоже говорила. Говорили. И когда я сказала, что нашла карту в коробке... Ваш друг, видимо, оказался доверчивее меня. Взял эту карту и побежал выкапывать клад. Да, наверное. И вот еще.
К делу не пришьешь, тем более закрытому. А вам, романтикам, пригодится. Наверное, из кармана потерпевшего выпало. Ваша, небось? Нет, Евсей. По 45 копеек за пуд покупать не будем. Так а что ж нам делать-то, коли сено у нас никудышное? У Алдуниных пустотное сено. Сами можете посмотреть. Его скот завсегда уважает. А у нас одно былье осталось. В этом году обойдемся жмаком. Его достаточно. А в следующем прикажи вычистить низины на пустошах. И покос улучшится, и сена станет больше. И во все-то вы дела, барыня, входите. Право сказать, недаром вас черные барыни величают. Евсей, ты о чем? Почернели, сказывают, от забот. Точно платье. Рученьки марайте. Нет, чтоб в Петербурге гулять, да сыночка растить. А я о сыне, Евсей, и беспокоюсь. Надо бы на средства иметь, а мне рассчитывать не на кого. Ладно, ступай. И у ворот меня подожди. А еще какая надобность? По сенным сараям пройдемся. Посмотрим, какое такое былье у тебя там осталось. И впрямь ведьма. Сначала крестный, потом папа, теперь Павел. Он за ней ухаживал. Не понял. Роковая Аврора. Вдруг ее проклятие передалось нашей. Ага. Через шляпную коробку. Минечка, девочка моя, ну не распространяла бы ты эту мистику. Результат налицо. Какой? Наша домработница попросила расчет. Ты ее запугала. Она не из-за меня уволилась, она черной машины боится. Господи. Простите. Это значит? Решил проконтролировать ситуацию. Вот, взял машину у Петрунина. Я тебя об этом просила? А я не нуждаюсь ни в чьих просьбах и разрешениях, ясно? Миня сказала, что вам кто-то угрожает. СМС-ки пишет. Твой Павел опять же погиб. Ты считаешь это нормально? Мне не все равно, что происходит в доме, где живет моя дочь. Прекрати за мной слежку. И в телохранителях я не нуждаюсь. Держи. Нельзя терпеть боли. По-моему, тебя знобит. Аркаша, затопи камин. Не могу себе простить. Даже если дело в бриллианте, ну зачем я вовлекала вас всех в эту историю? Павел погиб. Из-за меня погиб. Только не надо заниматься самоедством. Он выкрал у тебя эту карту, да еще и прикрывался признанием в любви. А может быть, это Павел охотник? Ну, то есть был. Нет, это ерунда. Он так удивился, когда узнал о бриллианте в России. Ну, он мог сыграть это удивление. Знаешь, ухаживал он тоже артистично. Нет, наверное, на всякий случай надо рассказать о смерти Павла Бисова и посмотреть на его реакцию. Да, позвоню-ка я Виктору. А Виктор тут с какого боку? Пытается помочь. Послушайте, а может быть, это Виктор охотник? Минечка, ну не Павел это и не Виктор. Хотя, ты знаешь, в одном ты права. Мы совершенно забыли о ружье, которое украли у отца. И про то, что на дядю Илью напали возле усадьбы сразу после того, как он заинтересовался коробкой. То есть ты хочешь сказать, что охотник из ближнего круга? Thank you.
профессор. Здравствуйте. Ой, что с вами? На меня напали. Я решил предупредить вас тоже. Лев Борисович, возьмите. Это сердечное, под язык. Профессор, Лев Борисович, вы меня слышите? Что случилось? Я же сказала, на него напали. Здравствуйте. А вы кто? Это Эдик из библиотеки. Я хотел принести соболезнования. Спасибо, конечно, но, как видите, нам не до вас. Я тут принес новые сведения о Мироневских захоронениях, 19 век. Моей жене сейчас не до исторических ужасов. У нас своих хватает. Жене? Ага, так вы не в курсе. Тогда вам тем более пора. Спасибо, до свидания. Конечно. Профессор. Представляете, валились два головореза в шапках глазами. Я им что вам угодно, а они гони бриллиант. Весь дом перевернули, меня трясли. Знаете, меня никогда в жизни не били. Такое унижение. Бедненький. А что потом? А потом они забрали бумаги. Те, что вы оставили на экспертизу. И еще сказали, чтобы я не вздумал полиции сообщать. Простите меня, но я ничего не мог сделать. Ими кто-то руководил? А черт его знает! Позвонил им по телефону какой-то стрелок. Охотник. Я думаю, что он и велел забрать бумаги. Аркаша, я боюсь. Не волнуйся, Минечка, сюда они не сунутся. Поселок под охраной. Послушайте, профессор, может, вам пожить у нас немного? Хотя бы ради спокойствия. Оставайтесь, пожалуйста. Думаешь, поверишь, что я стажер? В моем-то почтенном возрасте. Да не боись. В городе напряженка с кадрами. Не такие чудеса бывают. Пошли. Чего вызывали-то? Я про Гришку Горбатого, не в курсах. Да знаю я. Дурью поможете разжиться? Может, чего и вспомню. А на память не жалуешься? Что прикажете, то и вспомню. Не боись, не проколюсь. Я у самого Шафера вспоминальщиком был. Ух ты, какие у тебя знакомые-то имеются. А то. Знаешь что, Леша, мы с тобой хотим поговорить по другому делу. По тому, по которому ты задержан. Ты уж, пожалуйста, вспомни правду. Я всю правду уже сказал. И вообще, следователь у меня другой, Найденов. Может быть, договоримся? Не о чем мне с вами договариваться. Синицыну вашу заказуху сделал, ясно? А давить будете? Заявлю, что вы меня подкупить хотели. Все, я устал. Домой хочу. Дежурный, увести. Встать! Руки за спину. Пошел. Ты зачем его отпустил? Да ежу понятно, что боится он до смерти. Чего? Да знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Не знаю, будем выяснять, чего. Слушай, а этот Шафер, это кто? Авторитет местный. Да такой крутой, что я думаю, так Камиль Изга, как Бисов, с ним и словом-то не перекинулся. С ним, может быть, и нет. А вообще, может быть, нам стоит поискать информацию в этих кругах? Ну, конечно, срочно. Да, я посмотрел. Тут все размеры есть. Отлично. Я тоже скоро буду. Ну и что от меня нужно зятю Ивана Синицына? Кстати, как он? Он в тюрьме. Где? В тюрьме по ложному обвинению. Его партнер Лужин в больнице, в тяжелом состоянии. Ну а добрый сфинкс на грани банкротства. Так. Я как-то могу помочь? Нужны деньги. Заем, если это возможно, удержать фирму на плаву, пока все не выяснится. Синицын человек стоящий, честный. В институте мы с ним крепко дружили. Проблема в том, что деньги нужны срочно. Ну, а банки вы сами понимаете. Понимаю. Но помогу, чем смогу. Ребят с нашего курса постараюсь подключить. Спасибо. Я чувствовал, что вы не откажете. Только у меня к вам будет просьба личного характера. Еще? Да. Пожалуйста, не афишируйте мое участие во всем этом. Скажите, что случайно узнали о беде однокашника и решили ему помочь. Идет? Идет.
Софья Викентьевна, вам помочь? Нет, нет, что вы. Как я измучилась, Лев Борисович. Вам сметана? Да, конечно. Вот как сейчас. Все уйдут. Спасибо. А мы с Манечкой останемся одни. И все думаешь, думаешь, а у меня ведь сердце. Не смею советовать, но мне кажется, будет правильнее, если вы на время уедете от всех этих ужасов. Муж то же самое сказал на свидании. Говорит, о тебе мало толку, только одни нервы. А у Поли, это моя подруга, чудный дом под Калугой. Ну? Но вот он и говорит, бери Манечку и езжайте туда. Но разве я могу его одного оставить в такой момент? У вас же прекрасные дочери и зять, они позаботятся. А вы зато всем поможете, если вывезете ребенка на чистый воздух. Верно, малыш? Нет! О, Машенька, разве так можно говорить? Софья Викентьевна, ваши сырники просто восхитительны. Алло, привет, Вить, ты где? Осуществляю нелицензированную охранную деятельность против воли заказчика. Слушай, твоя наводка по поводу окружения Шафирова дала результат. И очень неожиданный. Да ну? А ты говорил, Бисов мелкая сошка. Так и есть. Только 2 года назад произошла очень интересная история. Кто-то сдал подпольное казино Шафирова, которое приносило ему отличный доход. Кто до сих пор неизвестно. Ты не думаешь, что это есть наш многоуважаемый Бисов? Погоди. Алло, алло, алло. Эй! Помогите, руки! Так, руки убрал! С тобой все в порядке? Витя. Что он хотел? Какое счастье, что ты ему сказал, не вернешь, убьем. Что не вернешь? Что? Я не хочу тебя ввязывать, не хочу быть роковой Авророй, понятно тебе? Что скажете, Карл Федорович? Простите, я не стала бы вас отвлекать от работы, если б староста не доложил, что заболел 4-й. Да что им холопам сдеется? Вороньего глаза с черникой нахватались, вот и вся болезнь. Мужайтесь, сударыня. Это холера. О, Господи. Что я должна предпринять? Прежде всего, необходимо отделить заболевших. Евсей, слышишь? Ага. Прикажи перенести больных в избу, которую подавин строили. И скажи Глаше, чтобы никуда с маленьким барином не выходили. Ступай, трогай. Да. Пошла! Аврора Николаевна, не хочу вас пугать, но это не первая вспышка холеры в нашем уезде. Мужики ропщут. Они считают, что в их несчастьях виновата черная барыня. Я? Бога ради, простите меня, что я вам об этом говорю, но холерный бунт в Петербурге был страшен. Я считаю, вам с сыном нужно уехать. Милый Вебер, ну не могу я оставить имение. Как я брошу своих крестьян без помощи? Да и некуда нам ехать. Это правда? На тебя напали? У меня до сих пор руки трясутся. Тебя могли зарезать. Так, все. Ситуация становится опасной. Вам срочно надо уехать. Куда угодно. Я здесь сам справлюсь. Нет, во-первых, наш дом находится под охраной. Во-вторых, старые друзья отца предлагают доброму сфинксу беспроцентный заем. Я слышал, отличная новость. Это спасение. Нужно только оформить документы. Как я могу уехать в такой момент? Я не понимаю, какая здесь связь. А в-третьих, скоро вообще это все может закончиться. Виктор сказал, что они с Петруниным нащупали. Короче, они сегодня едут к адвокату этого урода. Есть шанс, что они заставят Бисова сказать правду насчет нападения на Лужина. Ребята подняли служебный документ. Казино Шафирова сдал Бисов. Это точно. Мы фактически уверены, что Бисова держит за горло тот, кто может сдать его Шаферу. Шафиров такие вещи не прощает. Не прощает. Поэтому, Ольга Родионовна, я вас очень прошу, вы должны помочь нам и вашему подзащитному. Вы должны ему объяснить, что препираться бессмысленно. Если он продолжит оговаривать Синицына, я лично отдам материалы Шаферу. Ну а если он сдаст реального заказчика, то Петрунин всегда сможет его защитить. Конечно. Вы должны ему втолковать, что единственный способ спасти свою шкуру – это дать правдивые показания. Сможете? Меня уже на допрос не пустят. Ну, не знаю, ребят. Я попробую что-то сделать, но мне нужно сначала ознакомиться с документами. Да, и еще. Я не частный адвокат, а государственный защитник. И у меня все в порядке очереди. А тут за 2 дня не справится. Ну, а если как-то ускорить процесс? Разумеется, за мой счет. Thank you.
Я слушаю. Вашему крестному посчастливилось завладеть историческим бриллиантом. Он предложил его мне за хорошие деньги, а потом, видимо, передумал, попытался обмануть, за что и поплатился. Так это вы, дядя Ильё? Но у него никогда не было бриллианта. Камень в могиле, я это точно знаю. Камень был у него, благодаря коробке Гернваль, которую я искал много лет. Лужин связался со мной ночью из вашего дома. И я видел камень у него в руках. Отдайте чужое. Бриллиант? Да я никогда его в глаза не видела, клянусь. А то, что было в коробке, да вы сами забрали все бумаги у Черкасова. Мои люди вели Лужина до самого Нелидина. На его даче камень не найден. Значит, алмаз остался в вашем доме. Ищите бриллиант. Даю вам неделю, или пострадает ваша семья. Фото на память. Профессор, он вам тоже звонил? Кто? Охотник. Боже, сохрани. Я просто хочу поделиться открытием. Дело в том, что я тут покопался в интернете, нашел мемуары современников Авроры Гернваль. Вообразите, эта дама носила бриллиант, уже будучи вдовой. То есть Нанси не был закопан в земле? К сожалению, аккаунт левый. А такие фото можно найти в любом справочнике по историческим камням. Опять следователь скажет, что ты фантазерка. Может, зря я не пошел в полицию? Вас бы они тоже слушать не стали. Знаете, я, кажется, поняла. Папа говорил, что дядя Илья, чтобы спасти фирму, связался с какими-то сомнительными людьми. Ну да, именно поэтому они и поругались. Наверное, он хотел продать им бриллиант. Дядя Илья откуда-то узнал, что этот человек-охотник ищет его? Конечно. Он же интересовался камнями, даже книгу заказывал, помните? Дядя Илья назначил ему встречу, а потом, наверное, передумал. Решил не брать с собой алмаз и показать охотнику письмо Эмилии, что Нанси в земле. Но зачем тогда они его... Ну, это как раз понятно. Охотник хотел заполучить Нанси бесплатно. Поэтому и подослал Бисова с ружьем. А тот не догадался посмотреть, принес ли Лужин бриллиант и... Подождите, но если Эмилия в письме ошибалась, то где же тогда дядя Илья нашел бриллиант? Да, об этом мы как-то не подумали. Но в коробке ничего не было, мы же с тобой смотрели. Можно полюбопытствовать. Да, конечно. Дело в том, что в то время в шляпных коробках часто делали двойное дно, чтобы прятать ценные вещи во время путешествия. Может быть, и здесь что-нибудь подобное. Опа! А где же бриллиант? Ну, если Лужин и припрятал его, то где-то тут, в доме. Ну, никого нет. Тебе померещилось. Я тебя уверяю. Здесь кто-то ходил. Ну, ты же видела. Наши спят. Профессор тоже. Сигнализация включена. Я не сумасшедшая. Мне это не померещилось. Мамочка, это все нервы. Да? Тебе показалось. Пойдем спать. Неужели? Мы вас здесь подождем. Добрый день. Адвокат Лилеев, у вас должно быть записано. Встреча с подследственным Бисовым. Вы Лилеева? Да, в чем дело? Проблема в том, что адвокат Лилеева уже проходила. 2 часа назад. И выглядела иначе. Ваше удостоверение. Что за бред?
Я не могла его потерять. Алло, Володь. Привет. Слушай, здесь какая-то ерунда в СИЗО. А, ты здесь. Понял. Бисов умер 5 минут назад. Прямо в камере. Подозревают отравление. Виктор сказал, что яд был в капсулах лекарства от головной боли. А Бисов хвалился, что это дурь, которую мы с Волей передали. Кто передал? Адвокат? Это Лжелилеева? Да какая разница? Главное, что ниточка порвалась. Вот что теперь делать? Ну, может быть, теперь следователь начнет шевелиться? Не думаю. Спишет все на бандитские разборки. Ему так выгоднее. Надо что-то решать самим. Ты куда сегодня? В больницу. Врач сказал, что дядя Илья пошел на поправку. Загляну к нему ненадолго. Говорит, что это ему будет полезно. Слушай, может, он уже пришел в сознание? Вот это важно. Тогда мы узнаем, кто такой охотник, с которым он вел переговоры. И где спрятан бриллиант? Да. Я хочу сегодня Эдика навестить. Извиниться за то, что Аркаша его так грубо выставил. Он после этого не звонит и даже трубку не берет. Так значит, ты в библиотеке будешь? Нет. Там сказали, что он взял отгулы. Но я боюсь, что он заболел. Он такой трепетный. Я его адрес попросила. Хорошо, тогда передавай от меня привет. Обязательно. Девушка, я же вам русским языком объясняю, что Клужну в палату нельзя. У меня разрешение от лечащего врача. Все равно нельзя. Главврач запретил. Девушка! Вы куда? Девушка, я же вам сказала, что нельзя. Минерва, вы? Зашла навестить больного. Пустите? Минерва, нет, извините, я не могу вас принять. У вас не убрано? Так давайте я... Нет, я занят, я очень занят. Я потом все объясню. Все, до свидания. Это она приходила? Она. Догадалась? Надеюсь, что нет. Барыня, барыня, к вам доктор Вебер пожаловали. Аврора Николаевна, беда. В соседних имениях усилилась холера. Вебер, милый, успокойтесь. Я могу помочь лекарствами, и хлорные извести у нас довольно, и каломели. Напротив. Вам нужно уехать и как можно скорее. Мне? Да. Мужики обезумели, господ не слушаются. Их уже не остановить, они бегут сюда. Зачем? Хотят растерзать черную барыню. Аврора Николаевна, умоляю вас, берите мою бричку, она неприметная. Уезжайте, может быть, вам удастся проскочить карантинные заставы. Вашу ручку. Благодарю. Пожалуйста. Так. Сейчас дядя Аркаш тебе поможет. Давай. Оп. Опа. Вот. Маш. Аркаш, я очень на тебя рассчитываю. Пока. Бери сумку. Иначе мы опоздаем. Ну и хорошо, давай. Что опоздаем. Чего хорошего? Поезд без нас уедет. Давай. Машенька. Виктор, что вы тут делаете? Папочка. Ты что творишь? Ты почему не сообщила? Если бы не Маша. Ты понимаешь, что ребенок с мамой должны находиться подальше от этого кошмара? Папочка, у меня голова болит. У нее, кажется, температура. Все, с меня хватит. Виктор. Витя, ты с ума сошел? Куда вы? Виктор. Я ничего не понимаю. Виктор, мы же опаздываем. Нас же Полина там ждет. Аврора! Мамочка, езжай к тете Поле без нас. Мы хотя бы за тебя будем спокойны. Я позвоню. Как? Аврора!
Сумасшедший дом. Я абсолютно уверена, что бриллиант где-то у нас в доме. Нужно все обыскать. Не забудь порыться в цветочных горшках. Почему в горшках? А где еще можно спрятать камень? Хотя не вяжется с характером Ильи Семеновича, он бы в сейфе спрятал. Но сейф в комнате родители уже открыли, когда обыскивали дом. Там камней не было. Вспомнила. Что? Помнишь, папа с мамой в круизе были? Я тогда дома одна осталась. Ну? Пришел дядя Илья и срочно пошел к папе в кабинет. Ему нужно было что-то достать или положить по делам фирмы. Ну-ну-ну и? Кажется, там есть второй сейф. Секретный. Умница! Давай засыпай. Нормальная температура. Просто ребенок перенервничал. Ты бы тут вся извелась без Машки. Да и я тоже. Аврора. Что? Может, хватит уже? Давай ты мне все подробно расскажешь. Ладно, пойдем на кухню. Ну и где? Вот здесь он копался. Так. Я же говорила, секретный сейф. Неужели здесь спрятан бриллиант? Да что толку? Кодовый замок. Спросим код у папы? Свидание через неделю. Да и не факт, что он скажет. С его-то характером. Вот такая история. Не знаю даже, на кого думать. Служба безопасности вроде всех сотрудников проверила. Я даже подумала, что этот Шафиров как-то... Нет, он вряд ли охотник. Петрунин его знает. Да и потом вся эта фантасмагория с перчатками, бриллиантами... Слишком причудливо для уголовников. Знаешь, меня очень волнует дядя Илья. Ведь он ранен, вдруг его убили. Твой дядя Илья в полной безопасности, не волнуйся. То есть? То есть? Петрунин подсуетился. Вывез его практически пиратским способом, и, надо сказать, вовремя. В эту же ночь в палату залезли. Зачем хотели убить свидетеля? Ну, ты же сама рассказывала, что Лужин пошел на поправку. Да? Да. Меня другое волнует. Почему охотник не забрал письмо Эмилии Убисова? Я же тебе говорила, что ему нужен бриллиант, а не письмо. Все равно. Ты сказала, что документ стоит больших денег, так? Угу. Так. Да и вообще наш охотник, если он такой знаток исторических тайн, неужто ему не захотелось прочитать переписку семьи Гернваль? А он оставил письмо Убисовой Регине, серьезно? Ты думаешь, он сделал это специально? Не знаю. Но из того, что ты мне сказала, у меня сложилось четкое впечатление, что вами кто-то манипулирует. Кто? А вот это уже вопрос. Ладно. Я вызову такси. Нет. Я вас с Машей больше никуда не отпущу. Я так решил. Но почему? Почему? Ты решила, я нет. Пойду к ребенку. Доброй ночи. Разрешение? У нас нет разрешения. Василий, не пропускайте. Прошу вас, пожалуйста. Пожалуйста, пропустите. Я умоляю вас, ради Бога. Пожалейте дитя, я прошу вас, пожалуйста. Нам грозит опасность. Пропустите. Не могу. А известно ли вам, сударыня, что с прошлого года за нарушение правил карантина положена смертная казнь? Возьмите. Василий, нож дай.
Да. Барыня, Петенька наш за него совсем. У него жар горит. Петенька, родной мой. Так, водички. Вот ваш мысок аплодер. Водички. Петюнчик, мальчик, сейчас все хорошо будет. Все. Открывай. Слушай. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Сейчас поедем. Петюнчик. Стоп. Закрывай. А в чем дело? Разворачивай оглобли. Что? Ведьма. Господи. Куда поворачивать, барыня? Имение-то запалили. Да чтоб я сдохла! Я не видела никогда ни охотника, ни рыбака. И вообще вы задолбали со своими вопросами. Полицейские! У меня мужика убили, между прочим! А я не из полиции. Я из структур посерьезнее, так что на ближайшие 20 лет про алкоголь можешь вообще забыть. В смысле? В прямом. Подставил тебя твой дружок Бисов. Связался с международной преступной организацией. Кто? Леха? Леха. Наркотрафик называется. Он окочурился. А тебе теперь отвечать. Послушай меня. Ты что, совсем офонарел? Письмо иностранной женщине по имени Аврора передавала? Так это охотник мне сказал передать за деньги и про Нанси упомянуть. Ну, все правильно, это пароль. Ой, нелегко тебе теперь придется. И что мне теперь делать? Ну, что делать? Что делать? Охотника нам сдавать? Я никогда его не видела. Как же вы общались? Деньги по почте, указания по телефону, так же, как и Леха. Хорошо, допустим. А они как познакомились? В клубе снюхались. Давным-давно еще до меня. В каком клубе? В страйкбольном в Колпино. Леха там монтером работал. Охотник что там делал? Видимо, играл. Господи, ну и беспорядок. Рецепт на лекарство. Просроченный. Какой? Старый. А бывает рецепт съедобный, но просроченный? Нет, зайка, не бывает. А вот и бывает, мы по нему с бабушкой пирог пекли. Старый-престарый. Ешь, иначе у тебя завтрак будет старый-престарый. Мамочка, как тетя Поля? Да все нормально, передает привет. Как вы там, как Манечка? Аврора с Машкой у Виктора. Я даже Аркаше ничего не говорила. Ты знаешь, у них, по-моему, все начало налаживаться. По-моему, их лучше не трогать. Ну, дай-то бог, как отец-то. Адвокат говорит, держится. Нас не пускают на свидание. Слушай, скажи мне код от сейфа, который у папы в кабинете. Ты знаешь его? Ну, конечно, знаю. У меня там драгоценности. Погоди, ты откуда узнала про сейф? Так вышло. Срочно скажи мне код. Ты с ума сошла? Вот так вот по интернету? Мне отец потом голову оторвет. Это нужно для нас всех. Это может нас спасти и папу тоже. Значит так. Я вышлю код Аркадию на корпоративную почту по защищенному каналу. Только прошу, вместе открывайте этот сейф. Думаешь, здесь? В Колпино только один клуб по страйкболу, поэтому не ошибемся. Ты прости, что я тебя выдернул. Просто сам не знаю толком, что и как спрашивать. Да без проблем. Слушай, кстати, по поводу маскарада и фальшивого адвоката в СИЗО. Посмотрел я их камеры видеонаблюдения, мне никак эту тетку не рассмотреть. Охранники говорят, что они всех адвокатов не знают. Есть удостоверение, и ладно. И у них проверки начались одна за одной, в общем, по полной программе. Эту фальшивую Лилееву мог послать Шафиров? Не думаю, он не стал бы так рисковать из-за мести Бисову. Значит, не он. Не он.
Ну, пошли в этот страйк-клуб. Может, здесь удастся что-нибудь оформить. Ну, пошли. Даже не знаю, чем вам помочь. Мы Бисову уже лет 100 как уволили. Почему? На воровстве попался. У игроков. А с кем он общался, когда работал? Да со всеми. У нас тут столько народу бывает, разве всех упомнишь? А может быть, у вас остались какие-то фотографии или видео? Ну, не знаю. Мы только игры записываем, и то не все. А Бисов, он же у нас техперсонал был. Посмотрите на стенде, вдруг повезет. Казах, Илья Муромец, Уля. Ну, это у нас в клубе ники приняты, как в виртуале. Я отлучусь на пару минут, дела? Да, хорошо. Не может быть. Свояк мой Аркаша. Лучший снайпер. Охотник. Ты уверен? А вот и Бисов. С твоим свояком. Охотник. Мы можем его задержать, но у нас нет доказательств никаких. Получается, что охотник – это Аркадий. Нет, никак не укладывается у меня в голове. Но, тем не менее, это так. Мы нашли фотографию, где он в обнимку с Бисовым. Минечка, возьми трубку. Пожалуйста. Успокойся, я уверен, что с ней все в порядке. Профессор, как хорошо, что вы позвонили. У нас тут такое. Мы нашли сейф, где бриллиант. Сегодня вечером открываем. Вы же хотите присутствовать? Тогда не задерживайтесь на кафедре. До встречи. Меня? Ты... Господи, что я наделала? Что? Что случилось? Я доверила Аркадию дела по фирме и все бланки подписала. Господи, какая же я идиотка. Алло, Петрунин? Ты где? Так, быстро дуй к доброму сфинксу. Быстро пулей, я потом все объясню. Меня... Минь, я хочу объяснить. Я понимаю, что мы почти не знакомы, но когда я узнал, что вы замужем, мне стало... Ну, плохо мне стало, и я решил вам сделать прощальный подарок. На память. Понимаете, ко мне друг приехал, художник, и ювелир он замечательный. Мы работали прямо у меня на квартире. У него инструменты. По вашей книге, там все замеры есть. В общем, вот. Это точная копия бриллианта Нанси. Страсс. Я хочу, чтобы он стал вашим талисманом. На, вот, возьми. Матери Божией, она заступница, отовсюду услышит. Матери Божия, Царица Небесная, спаси, сохрани, исцели и младенца Петра. Господи, а доктор-то, доктор-то какой хороший, добрый. Он и приветил нас, и отвердый погибель уберег. Он у Петрушу спасет, вот увидите, спасет. Вот, вот оберег ваш. Оберег я. Брички его подобрала. Наденьте. Наденьте, хуже-то не будет. Я сделал все, что мог. Простите. Ой, какой, Светик Иванович.
Спасибо, что позвонили, Эдик. Минечка, может быть, тебе все-таки прилечь? А давайте я пойду и убью его. Эдик, не надо, идите, спасибо огромное. Миня, может быть, ты все-таки поспишь? А я завтра зайду, хорошо? Да-да, обязательно. Здрасте. Здравствуйте. Ну что? Нигде нет. Как сквозь землю. Мы с Петруниным везде были. И Лидия, похоже, тоже сбежала. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Миня. Я заморозила счета, главбух разбирается, но конкретики пока никакой. Да к гадалке не ходи. Обокрал он фирму. Сейф. Что? Я в папином кабинете второй сейф обнаружила. Мама Аркадию код послала. Там должен быть спрятан бриллиант. Бриллиант? Пусто. Подлец. Какой подлец. Никогда его не увижу. Это конец. Я подумать не могла. Аркадий Павлович был так убедителен. Все равно не понимаю, как он умудрился обналичить деньги так быстро? Просил кредиторов наличными. Частично я сама помогла, как бухгалтер. То есть, получается, весь наш спасительный кредит растворился вместе с Аркадием? Это конец. Добрый сфинкс пойдет с молотка, и виновата в этом я. Обстановка в добром сфинксе абсолютно критическая, но я гарантирую вам, что в ближайшее Виктор, время... я не Рокфеллер и не Иисус Христос. Есть только один вариант. Мы готовы рассмотреть любые варианты. Он касается именно вас. Не понял. Но я на досуге посмотрел, чем вы занимаетесь, кроме проблем тестя. Ваши программные разработки кажутся мне перспективными. Благодарю вас за лестную оценку, неожиданно. Скажу прямо, мне нужна ваша фирма со всеми патентами. А вам нужно спасти от разорения вашу семью. По-моему, неплохая идея. Ну, как? Но... Послушайте, я столько сил вложил в это дело. Понимаю. Я чуть было семью не потерял, строя этот бизнес. Но дело ваше. Решитесь... Начнем оформлять покупку. И вы сегодня же получаете 5 миллионов. Послушайте, эта фирма стоит как минимум в 3 раза дороже. Ну тогда ищите другого покупателя. Но если я правильно понял, деньги-то вам нужны прямо сейчас? Или я ошибаюсь? Лидия Леонидовна Заборская, 90-го года рождения. Да, я. Вы арестованы. Страшно рад, что вас к этому делу официально подключили. Только Найденов на вас зуб точит. Да пусть точит. Я теперь внештатный специалист по договору с главком. Это мой помощник. Наша птичка у вас? Секретарша? Угу. По твоей наводке взяли прямо на адресе. Это ему спасибо. Обратил внимание на регулярное списание со счета Лидии. Пробили получателя, оказалась хозяйка той квартиры. Наш Аркадий герой галантный. Заставлял даму любовное гнездышко оплачивать. Вот это любовь, я понимаю. Прошу. Лидия, первый вопрос. Вы знали о подмене антиквариата в сети «Добрый сфинкс»? Знала. Но это все он. Я правильно понимаю, что он это Аркадий, с которым вы состояли в интимной близости? Он все время покрывал свои проигрыши. Он же тайный игроман, он не может без риска. А Павел помогал ему с изготовлением копий и сбытом антиквариата. Павел? Как интересно. Лужин решил устроить тотальную инвентаризацию в фирме. Негласную. И вы предупредили об этом Аркадия, да? Да. Но я и подумать не могла, что он решит убрать Лужина. Если бы я знала, я бы никогда... Тогда каким образом вы согласились на участие в убийстве Бисова? В каком убийстве? Бисов убит. И убит ядом из капсул, которые вы передали ему в СИЗО под видом адвоката Лилеевой. Вот с этим вот краденым удостоверением. Я ничего не знала. Аркадий сказал отнести ему гонорар, чтобы тот молчал. Но я не знала, что в этих капсулах яд. Где сейчас Аркадий, вы знаете?
Он всех обманул и сбежал. Сбежал со всеми деньгами. И бриллиантом. У него не было никакого бриллианта. Он прочитал в интернете какую-то статью об известном алмазе. Сказал, что надо будет разыграть спектакль. И вы в этом спектакле получили все звездные роли. Да я делала все, что он говорил. Я даже купила какую-то книгу о камнях, сказал, что Илужин заказал. Я присылала сообщение, но Бесова я не убивала! Святая простота. Миня, простите, что я без приглашения, но вы не отвечаете на мои звонки. Простите, Эдик, я ни на чьи звонки не отвечаю. Она даже мне ни на что не отвечает. Все плачет и плачет. Никчемный и глупый человек сам виновен в том, что никому не нужен. Что вы такое пишете, Миня? Правду. Это мой статус, и теперь похоже на всю жизнь. Какая потрясающая глупость. Вот видите, даже вы так считаете. Нет, нет, наоборот. Что вы, абсолютно, я совсем так не считаю. Вы удивительная, Миня, и все, что с вами связано, удивительно, захватывающе, невероятно. Вот даже эта история с коробкой Гернваль. Лучше бы вы ее на своей страничке описали. Зачем? Затем, что это будет интересно очень многим. А для вас это лучший способ выйти из депрессии. Эдик, милый, этой коробки больше не существует. Она украдена. Как? Любящим мужем. Дурочки Мини. А я из этой коробки почти все сфоткала. Хотите, покажу? Ну что, Синицына-то теперь отпустят? Понимаешь, Найденов уперся мне на зло. Говорит, что кража Аркадия сама по себе, а ссора между совладельцами бизнеса сама по себе. Но это же абсурд. Главный наш свидетель Бисов, он погиб. Для Найденова Регина вообще не свидетель. А Лужина мы допрашивать не можем. Эх, если бы удалось расколоть Аркадия... А где его искать-то? Слушай, я сегодня был в офисе, смотрел его компьютер. Там все время лезет какая-то реклама гостиницы в Подозерске. Интересно. Я вот что думаю, может, он там? Может, я в чем виновата, не досмотрела. Но, видит Бог, я все делаю, как вы говорили. И капли эти даю, и порошки. Без пользы. Не ест, не пьет, не спит, заледенела, вся слезинки не проронит. А ведь 3 месяца прошло, как Петечку схоронили. Ну все, все, тише, тише, тише. Тише. Идемте. Аврора Николаевна, здравствуйте. Меня призвала ваша няня? Напрасно она потревожила вас, Карл Федорович. Со мной все благополучно. И это как раз видится мне насмешкой неба. Вы позволите мне? Ни к чему, уверяю вас. Я в добром здравии. Считайте, что вы исполнили свой врачебный долг. Если бы я мог вас чем-то ободрить... Я был только что в вашем уезде. Беда ушла. Более того, мужики узнали о вашей потере и теперь винят себя. Я хочу вернуться в имение в ближайшее время. Боюсь, это затруднительно. Там пепелище. Тем лучше. Крестьянам нужна помощь. Жить можно и в дальнем флигеле, он не сгорел. Мне теперь большего и не надо. Аврора Николаевна, простите мне мою дерзость, но более молчать я не могу. Я знаю, мы не ровня, но у меня потомственное дворянство, хорошая карьера, есть средства. Прошу вас, не продолжайте. Дело не в средствах. И даже не в дворянстве. Быть может, мне позволено будет хотя бы надеяться? Милый Вебер, я никогда не забуду то, что вы сделали для меня. Но отныне я решила, что буду одна. Видно, так угодно Богу. Ну что, как погуляли? Отлично. Да? Отлично?
Все, давай в дом руки мыть. А тебе руки мыть? А мне не надо. Все, беги. Надо. Что? Надо. Очень надо. Иди домой. Маме надо с папой поговорить. Давай. Так почему ты мне не сказал? На чем? О том, что ты продал свой бизнес и перевел деньги в Сфинкс. Я все знаю. Я не хочу об этом говорить. Подожди, но ты ведь категорически не хотел работать у отца. Тебе была так важна твоя самостоятельность. Ну, как видишь, я оказался прав. Нашлось, чем подкормить доброго сфинкса в трудный час. Господи, ты ведь так много сил потратил на свою компанию. Аврора, это мое решение. Иди к Маше. Иди. Подожди! А я имею право на свое решение? Я не допущу, чтобы ты сейчас ушел, понимаешь? Это и твой дом тоже во всех смыслах. Та-дам! Спасибо тебе. Не за что. Мне пора. Буду разгребать дела доброго сфинкса. Я так устала одна тащить на себе этот груз. Петрунин. Привет. Есть новости? Есть новости. Еще какие? Я в Подозерске. Да ты что? Нашел-таки? Тебе спасибо. Он куролесит в частном отеле. Сейчас, судя по всему, собирается в казино. Так, подожди, ты там один или с людьми? Пока один. Я могу, конечно, подтянуть местное УВД, но действовать надо очень быстро. Пока он еще не просадил. Выезжаю к тебе прямо сейчас. Есть одна идея. Во всем блефе Аркадия вокруг бриллианта было две правды. Первое – это подлинное письмо Эмилии. Второе – это статья, в которой говорится, что Нанси до сих пор в России. Скажи, ты сможешь подтянуть людей в Подозерск? Человека три. Зачем? Устроим Аркаше ответный спектакль. На месте объясню. Жди. Ты про Нанси слышал? Ты о чем? Бриллиант такой ценой в город. Ты чего? Сенсация, все на ушах стоят. Он в Лувре был, но так думали, что он в Лувре. Купил его, что ли, кто? Да круче. Спер? В музее фуфло оказалось. А бриллиант здесь бизнесмены нашли. Только афишировать этого не хотят. 11 черные. Алло? Меня? Простите великодушно, я вас не отвлекаю? Нет. А у меня потрясающие новости. Коллеги в научных кругах стали сплетничать о моем участии в поисках бриллианта из Лувра. Смеются, считают, что я совсем сбрендил. А самое смешное, что бриллиант действительно в России. Дело в том, что слово «серкёй» переводится с французского не только как «гроб», но и как «шкатулка». А сегодня утром я порылся в архивах и нашел переписку Каразина с женой. Так вот, теперь я точно знаю, где этот серкёй. Эта шкатулка зарыта. Где? Послушайте, поедем со мной в Нелидино прямо сейчас. Прямо сейчас? Но я... Только, пожалуйста, никому ничего не говорите. Если мы ничего не найдем, это конец репутации. Вы же не откажете мне? Нет, конечно. Спасибо, милая. Я жду вас через полчаса у гостиницы «Три сезона». Подождите, профессор. Алло, профессор. Машенька. Кажется, наша прогулка отменяется. Мы едем в библиотеку. Спокойно. Не дергайся, я один. Приехал поговорить. Thank you.
Только мне надо вернуться поскорее. Конечно, конечно. Я вас обязательно подвезу. Садитесь в машину. Скажи спасибо Мине, что мы не стали привлекать полицию. Но украденные деньги придется вернуть. Да что ты? Хочешь, чтобы я тебе просто так все отдал? А мы с тобой сыграем. В покер на двоих, а? Странное предложение. У меня-то есть что поставить. А вот тебе... Бриллиант Нанси. Мы его все-таки нашли. Ну что же, от партийки не откажусь. Только зачем оно тебе? Я-то знаю, что этот Нанси стоит гораздо больше, чем я взял у тестя. Можно его, конечно, сдать государству, он же не барыги продавать из-под полы. Зато у тебя это хорошо получится. Да уж, не погнушаюсь. И что? Даже не заявили на меня? Наш с тобой тесть не хочет шумихи. Я вот чего понять не могу, Аркаша. Неужто ты испугался, что Илья Лужин сдаст твои махинации с антиквариатом, а? Лужин однажды схватил меня за руку. Не выдал, я его уболтал. Но второй раз такой номер не прошел бы. А тут Аврора со своей коробкой, да? Ничего не понимаю. Я тогда решил все оформить как ограбление на развалинах. Но очень уж кстати, Лужин повздорил с Синицыным. А я как раз ружьем тестя по случаю запасы в прошлом году. Так это ты украл ружье? Зачем? У меня на это ружье покупатель был, да не срослось. И ты решил применить его по прямому назначению? Решил. Да вот только Бисов, урод, промахнулся и попался. И поэтому я решил перевести все стрелки на нашего дорогого папочку Синицына. Ну а дальше-то что за фантасмагория началась? Охотник, бриллиант. А дальше мне снова понадобились деньги. Я, кстати, очень был обижен на Синицына, когда он передал все дела фирмы не мне, а своей дочурке. Надо сказать, твоя Аврора оказалась не такой уж и дурой, как я думал. Она догадалась, что врага нужно искать в ближнем кругу. Угу. И ты решил наводить бриллиантовую тень на плетень. Запугать Аврору темными личностями в закоулках. Так все запутал, что сам запутался. Но ничего, свой куш я отхватил, причем нехилый. Сейчас вот еще один получу. Нежданный, негаданный. Но? Ну вот и все. Royal Flash. Етицкая сила. Ты должен вернуть все украденное, включая драгоценности тещи. А как же? Бриллиант. Полегче. Полегче, Аркадий, мы же вроде договаривались. Бриллиант! Неужели ты такой наивный? Витя, эта игра моя очередная шутка. Но ты же не станешь поднимать скандал. Ты же тоже вор. Утаил от государства такую историческую ценность. Нехорошо. Ай, нехорошо. Зачем нам полиция, правда? Как-то зачем? Полиция тоже очень любит хорошие шутки. Даже снимает их на видео. Бенефис Пробисова. Просто бомба. Продолжительные овации и такой же срок. А все, что украл, все-таки придется вернуть. Маша! Держи, сувенир от Мини, на память о твоих мерзостях. Знаешь, ведь я охотника выдумал, да, но он действительно существует. Он абсолютно реален. По-моему, бред какой-то. Меня. Что происходит? Где Маша? В городе. С Эдиком. Вы достаточно быстро пришли в себя. Это замечательно.
А то я уже начал волноваться. Профессор. Электрошокер – прекрасное изобретение, но, как и все, требует навыка. Да, так это вы охотник? В каком-то смысле. Вот и вас поймал. Надеюсь, вы будете разговорчивее, чем ваша сестра, и скажете мне все-таки, где он спрятан. Бриллиант? Так это Виктор выдумал, что мы его нашли, чтобы заставить Аркадия вернуть деньги. Ему не бриллиант, нужен автограф. Что? Какой автограф? Пушкина! Пушкина автограф! Да не переживай ты так, да блефует Аркадий. Он один охотник и есть. Телефон у обеих вне зоны. Так, давай-ка побыстрее поедем. Давай. Вы не поверите. Я впервые увидел этот автограф вот здесь. В этом доме. Вот в этой самой комнате. Года два назад я приехал сюда лечить сустав у знахарки, матери Раисы. И вдруг я увидел старинную шляпную коробку. Она меня так заинтересовала, что как только старуха вышла из комнаты, я просто бросился к ней, залез в нее. И обомлел. А вы уверены, что это... Да я всю жизнь занимаюсь Пушкиным. Это его рука, его стиль, его почерк, его рисунок, его текст. Неизвестный текст, который он вполне возможно написал перед самой гибелью. У меня аж дух захватило. И в этот момент ходит старуха и набрасывается на меня за то, что я без спросу. Так вы ей объяснили. Девушка милая, я ее умолял продать мне эти бумаги. Я стоял перед нею на коленях. Все без пользы. Потом я 2 года ездил к ней, как самый любящий сын. Я просил, унижался, угрожал. Я даже пытался выкрасть его. Но в конце концов мы договорились. Мы договорились о сделке. Я даже анонсировал сенсацию себя в институте. А потом она возьми и помре. Как назло. Пиковая дама. А я, как только это узнал, сразу же примчался сюда. Под видом покупателя дома. Ну, что? Как вам дом? Он хоть и старый, но очень теплый. Вы меня неправильно поняли по телефону. Меня интересует не дом, а старые вещи. Особенно бумаги. Я дам хорошую цену. Поди ж ты. Да повыкидывала я вчера, повыбрасывала весь материнский хлам. Ты что? Ты что натворила? Бестолочь! А где коробка? Шляпная коробка! Куда ты ее дела? Где она? Коробку! Врешь! Не верю! Не верю! Эй! Я не хотел этого. Я сам чуть не умер. Я думал, что все пропало. А буквально через день, как провидение или как проклятие, я снова увидел мое сокровище. Когда мы с Павлом пришли к вам с коробкой? Автограф был там. Был. Я его видел. Но Павел так внимательно следил за моими руками. А он парень ушлый, я это знал. Я не мог себе позволить, чтобы какой-то прохиндей заинтересовался автографом самого Пушкина. Я отвлек ваше внимание на письмо Эмилии. Потом вы же пообещали, что принесете бумаги еще раз на экспертизу. И я принесла. Только автографа там уже не было. Его взял кто-то из вас. Но кто? Мы понятия не имели. Вы же сами знаете, что мы искали бриллиант Нанси.
особенно Павел. Он же меня к стенке припер с этим бриллиантом. Он же потом, после того, как вы приходили, вернулся. Павел? Что-то забыли? Да нет. Наоборот, вспомнил. Ну что, берите меня в долю. Это вы о чем? Бросьте, профессор. Вам все равно в одиночку не реализовать этот бриллиант. А я для Аркадия неоднократно проворачивал такие дела. Какой бриллиант? Побойтесь Бога. Вот мне сразу показался подозрительным ваш повышенный интерес к нелидинской коробке. Что вы там нашли? Перчатку? Нет. Тогда, может быть, карту, в которой отмечено место, где закопан бриллиант. Но в этих значках сам черт ногу сломит. А вы явно что-то знаете. Но послушайте, я не имею никакого отношения к этой истории. Вот как? Тогда где ваша трость? Какая? Вы куда? А вот это. Уж не мне Лидина, где вы никогда не были. Вот, взгляните. Между прочим, там нашли мертвую хозяйку. Может, мне заявление в полицию написать, что ей помогли? Не надо. Я ведь не убийца, во всяком случае, пока. Просто решил сыграть сцену «Клад нашли до нас», чтобы Павел отвязался. Ткнул в первую попавшуюся точку на карте, потом для убедительности отвел его к бывшей Мироневской церкви на пустырь, представил кое-какие бумаги про Каразина. Кто же мог представить себе, что вместо клада он наткнется на электрический кабель? Это фантасмагория вокруг Нанси Аркадий устроил в своих целях. А вот это я знал. И даже помогал ему. А что делать? Под прикрытием бриллианта автограф искать было удобней. Я даже подумал, а не ваш ли батюшка припрятал автограф? Потому что Синицын сразу скептически отнесся к этой истории. А почему? Да Синицын знаток старины. 9 шансов из 10 он распознал автограф Пушкина. Рассказал об этом Лужину. Лужин припрятал бумагу. А я грешным делом подумал. А не ваш ли батюшка решил убрать Лужина из-за этого сокровища? Не стоило судить по себе. А по кому, деточка? Синицын в тюрьме? Лужин вне игры? Автограф неизвестно где? Его нет ни при Лужине, ни у Бисова. Значит, он именно у вас. И вы решили действовать через Аркадия? Да. Прижал его на поминках после того, что мне рассказал Павел. И сказал, что или я рассказываю всем про ваши махинации, либо вы мне помогаете проникнуть в ваше гнездышко. Значит, вся эта история с вашими царапинами... Это часть спектакля задуманного Аркадием. Но зато теперь я знаю точно, что автограф у вас, меня. У меня? Почему? Скажите, это вы ведете эту страничку? Да. Очень трогательно. А это что? Этот пост появился только вчера. Это автограф Александра Сергеевича Пушкина. Точнее, его снимок. Так вот. Или вы мне отдаете оригинал, или вы умрете. Никаких следов. Ушли, судя по всему, давно. Ты знаешь, куда сегодня Аврора собиралась? Так, с утра ездила в банк, но в офис так и не вернулась. Где меня с Машей, вообще понятия не имею. А попробуй обзвонить знакомых. Может, ложная тревога. Да. Так, телефон Эдика я не знаю. Попробую Черкасову. Ну, звони, конечно. Слушаю. Добрый вечер, профессор. Вам Аврора с Миней не звонили сегодня? Я сейчас в Зеленогорске на конференции. Очень плохо слышно. Я говорю, девушки вам наши сегодня не звонили? Виктор, это вы? Да, да, это Виктор. Мне звонила. С какими-то новыми идеями по поводу бриллианта, но я, честно говоря, не очень понял. Было плохо слышно. Алло, профессор, алло! Ну чего? Точно что-то случилось. Вот.
вот и последний акт. Комедия или трагедия, как хотите. Послушайте, вы... С удовольствием. Так где автограф? Я понятия не имею. Я охотно верю, но только убедите в этом сестру сознаться. Ну, в конце концов, подумайте о ребенке. Да при чем тут ребенок? Вы что, сумасшедший? Милые девушки, вы чего-то не поняли. Я зашел слишком далеко, мне отступать некуда. Мини, я допускаю, что вы не можете распознать автограф Пушкина. Но не знать, где оригинал, который вы сняли для странички, вы не можете. Мини, откуда он у тебя? Да не знаю, там было много фотографий. Я не знаю, что это было из интернета, я не помню. Мне надоела эта болтовня. Значит так, два варианта. Первый. Я получаю автограф, исчезаю из страны, и через пару дней по звонку доброжелателей вас находят в этом доме целыми и невредимыми. Вариант второй. Я не получаю автограф, и ваши тела находят в сожженном доме в Нелидино, домик старый, проводка никуда не годится. Алиби себе, как вы понимаете, я обеспечил заранее. Ну так что? Милые девушки! Машенька, дочка. Я думала, что меня забыли. Моя хорошая, это просто счастье, что я вспомнил, где вы работаете. Я ведь даже вашей фамилии не знал. Миня прибежала, попросила посидеть с Машей и умчалась, как вихрь в Нелидино. Куда? Сказала в Нелидино. Очень спешила. Во сколько это было? Около 12. 7 часов назад. Так, дочка, тебе еще немножко придется побыть. С дядей Эдиком. Не со мной, а с нашими девочками. Поработаешь вместо меня, старшим библиографом, поняла? Правда? Так что я с вами в Нелидино. Эдик, нет, там Миня. Я все равно поеду. Говори, идиотка, говори, да ну! Да это же просто бумажка, вы побежались! Что вы делаете? Пожалуйста, отпустите нас, мы никому ничего не скажем, клянусь. Заигрались вы с этими сокровищами. Забрались в чужой дом, залезли в подвал. Свет включили. Проводка старая, не выдержала. В результате пожар, вещи падают. Крышку-то и заклинило. Девочки, ну что вы сидите? Встали и пошли. У меня чуть сердце не разорвалось, когда я получила известие о Петеньке. Всех потерять. Видно, не стоит ей счастья. А где твой талисман? Неужели ты положила Нанси в гроб к Андрею? Нет, продолжала носить. Для сына, чтобы верил, что все будет хорошо. А может, и для соседей, чтобы думали, что богато. Где же он сейчас? После смерти Пети все стало неважно. Я разбила этот проклятый камень на 1000 кусков. Разбила бриллиант? Но как? Это же невозможно. Простите великодушно, я вас предупреждал. Давайте, давайте, давайте. Время. Да нет, не было сегодня у нас никаких происшествий. После того нападения тишь да гладь. И никаких следов. Да. Спасибо. Понял. Кассирша со станции, мой напарник, вашу фотку показал. Не помнит она такой девушки. Ну что, похоже, зря приехали. Спасибо. Угу. Спасибо. Ну что, возвращаемся тогда. Нет, подождите. А не подскажете, где тут дом Раисы? Какой Раисы? Так я фамилию не знаю. А как дом выглядит, знаете? Знаю, там знахарка жила, мать Раисы. А, ну так бы сразу и сказали. Кажется, это. Слушайте, по-моему, дом горит. Да, алло. Дежурный.
Горит дом на севере Нелидина, возле леса. Аврора, Миня! Слышишь? Помогите! Помогите! Давай, 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 давай. Аврора, руку, руку! Давай, 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 быстрее, быстрее. Давай. Миня, быстрее, быстрее. Минечка, давай руку. Давай, 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 давай. Все, уходим. Уходим, уходим. Все хорошо, Минечка. Она это ради меня сделала, матушка, вообразите. Продала свой талисман еще тогда, в 26-м году, чтобы спасти моего Сержа от каторги. Я знала это. И вы позволили? Я сама помогла Авроре найти австрийского ювелира, который смог изготовить неотличимую копию. Но зачем? А знаете ли вы, что Аврора не скрыла от мужа, что продала сокровища Нелидовых, а граф Алексей не простил ее, посчитав воровкой? Это был выбор Авроры. Важнейшее решение каждый из нас волен принимать сам, с Божьей помощью. Но, быть может, если бы Аврора не отдала талисман, Петенька, маменька, а как же мне жить теперь? Счастливо. И беречь своих детей. Тебе всего лишь повезло, что мы тебя так любим. Как, Минечка, что такое? Все в порядке? Минечка. Профессор Черкасов, охотник. Господин Черкасов, капитан Рожков, в чем дело? Послушайте, я спешу, меня очень ждут. Действительно, мы вас уже 2 часа дожидаемся. Профессор, вы арестованы. Аврора, доченька моя, ты как? Папа, ты... Я. А где Миня? Лежи, лежи, Миня в порядке. Миня в порядке, только страшно переживает за тебя. Она тут? Пока разрешили только мне. Но завтра я упрошу главного врача, и Миня с Эдиком обязательно к тебе приедут. Познакомились с Эдиком. Трогательный парень. Слушай, не отходит от нее? А где Виктор? Виктор последнюю неделю живет между больницей и офисом. Офисом? Нашим офисом. Упрямый. Пытается, вопреки всему, спасти доброго сфинкса. Вылитый я в молодости. Как я, старый дурак, раньше этого не замечал. Представляешь, этого Черкасова признали невменяемым. Но я с самого начала думала, что он сумасшедший. Думала, как же. Зачем ты тогда с ним в Нелидино поехал? А ты бы не поехал, скажешь? Ведь он рассказал, что все разгадал, что по-французски гроб — это шкатулка. Ты у меня доверчивая, как ребенок, Минечка. Но я же все проверила. С филологической точки зрения это все чистая правда. С филологической точки зрения совершенно понятно, что у Черкасова от его находки крыша съехала. Что ты имеешь в виду? Знаешь, за какие деньги на аукционе можно продать редкий автограф Пушкина? Ну, я могу себе представить. Это астрономическая сумма. Шестизначная. В валюте. Не может быть. А у вас он был очень редкий. Тут любой бы свихнулся. Слушай, а ведь эту фотографию мне Маша в фотоаппарате принесла. Маша! Машенька, дай, пожалуйста, свой фотоаппарат. Зачем? Очень нужно, на минутку.
смотри. Машенька, девочка наша, скажи, пожалуйста, когда ты эту бумажку сфотографировала? А главное, где? Помнишь? Давно с бабушкой мы хотели испечь пирог по старинному рецепту. Вот и забрали его из той старой коробки. А что вы потом с этим рецептом сделали? Ничего, он остался у бабушки. Как хорошо, что мама позавчера приехала. Мама! Софья Викентьевна! Мамочка, скажи, пожалуйста, скорее, где этот рецепт? Господи! Какой еще рецепт? Мамочка, послушай меня, это очень важно. Сосредоточься, где этот рецепт? Ну, помнишь, вы с Машкой еще пирог готовили? А, да, было такое. Манечка приносила. Только это совсем не рецепт, ерунда какая-то. Я сама тогда испекла свой пирог. Софья Викентьевна, а где он? Где этот листок? Ну, наверное, в блокноте. Где же еще? Так. Вот эта бумажка. Что вы так переполошились? 1000 фунтов красоты, кротости по вкусу, благородство и силы духа без меры. Ваш яблочный пирог. Ваш яблочный пирог. Это же одна из шутливых подписей Пушкина. Сударыня, признаюсь вам откровенно, я очень долго искал встречи с вами. Я очень дружен с вашей сестрой. И я был заинтригован тем рассказом, который она мне поведала. И о чем же она вам поведала? Ваша грустная история. Бриллиант, который спас ее счастье, но похитил его у вас. Полно, Александр Сергеевич. Я вовсе не считаю себя несчастной. Бог всего лишь послал мне не самый легкий жизненный путь. Позвольте мне изобразить этот сюжет в своей повести. Разумеется, я изменю все имена. Нет, пожалуйста, не делайте этого. Отчего же? Отчего же вы хотите на всю жизнь в истории остаться, как роковая Аврора? Люди всегда придумывали страшные сказки. Так им было легче переносить реальность. Однако я самая обыкновенная. Нет, нет, нет. Вы удивительная женщина. Я искренне восхищен вами. Позвольте мне навсегда остаться вашим преданным рыцарем. В таком случае, мой рыцарь, дарую вам свою перчатку. И прошу пожаловать на обед. Благодарю. По сему случаю я немедленно напишу мадригал. Будет довольно, если вы напишете повару пожелание на праздничный ужин, в вашу честь. Хорошо. Тогда это будет секретный кулинарный рецепт. Пунш а-ля Аврор. Из каких же ингредиентов? А вот извольте. 1000 фунтов красоты. Кротости по вкусу, благородство и силы духа без меры. Ваш яблочный пирог –